У нас есть добрая традиция. Иногда мы зовем в гости людей, которых вы впервые видите на экране, и вместе с ними на ходу сочиняем истории, о которых невозможно молчать. И сегодняшний подкаст, конечно же, полностью выдумка. Ни слова правды. Мы просто разгоняем. И, и на всякий случай мы много будем говорить о Запрещенных веществах мы ни в коем случае не пропагандируем э, никакие наркотики. Если вы будете употреблять наркотики, вы умрете в собственной моче. Это, во-первых, неприятно, а во-вторых, нестатно. Не употребляйте наркотики. Лучше просто подпишитесь на телеграм-канал. Там будет очень много приколов из этого выпуска, которые просто нельзя показывать даже там, наверное. Слушай, привет. Здорово. Здорово. Представься. Давай познакомимся. Я Валера Маниблоу. Я переел и мне пришла Да. Слышь, да, я ел. И ты будешь со мной таким дружить, так уевшим. Потому что я стараюсь не для себя, а для нас. Братан, потому что я нормальный. Потому что у меня нет шизы. Просто я преисполненный человек. Я первый человек нового поколения. Аркейн. Поэтому мне никто ничего не может сказать, там этот доктора ходили с такими шарами, что я им говорю. Они вот так просто ходили говорили, и говорили, не могут быкали, мыкали. Давай я у тебя переночую, я даже подарки не заберу. Можно? Пальцем тебя не трону, голос не подниму, подарков еще надарю. Кто был любимым, любимым сыном Бога? А если нет, то вы мне дарите какой-то халат. Такая история. Всем спасибо. Короче, рассказываю, как мы познакомились. Нормально, как мы познакомились. Мы недавно снимали формат на клик дом с подписчиками. И Валера попал туда не через кастинг, а по блату. Через постель. По небольшому такому блату. Сегодня с нами не только Жора, ведущий, но еще и Илья Сатир. Всем привет, мои маленькие любители. И после этого ролика дом с подписчиками, а вы же дружите с Илюхой достаточно давно. Yeah. Мы поехали сюда ко мне, просто пить пичик разговаривать. Ты начал рассказывать свои истории. И я подумал, что Ну, люди обязаны это услышать, потому что таких диких историй я не слышал очень давно. И мне кажется, сегодня у нас получится просто невероятно сумасшедший подкаст с ужасными историями, которые мы выдумываем на ходу. Естественно, е назрал. История такая, что жил ты жил, не, ну, просто двигался по Жил жизни. я жил, да. Я с города маленького Рубцовска. Это вообще в Алтайском крае, на границе с Казахстаном, с Симплатинском. Вот. Там у нас море зон вокруг города и очень мрачная обстановочка. В целом. Сколько там, по-моему, типа 6 или 7 тюрем, да, внутри города? По-моему, Которые 5, типа, вообще который, очень маленького размера. Да, что-то 5 или 6, не помню точно. Но вот очень много тюрем на такой город маленького размера. И у меня специфический батя такой, который в 90-х был таким каким-то около около бандитом. И моя судьба сложилась так, что я в этом городе выживал и всегда хотел оттуда сбежать. Очень много было историй с батей, которые Думаю, сильно повлияли на мою личность очень. Початок оставили. Но вот такая была история. Мне было лет 13, наверное. Мы с другом сидели, играли в World of Warcraft по скайпу. И у меня был сосед новый, заехал МВДшник. И говорит, позови батю, хочу с ним побухать. Я такой, окей, я вызываю батю. Приезжает батя. Буквально минут 15 я слышу дребезги, какие-то оры там. Тебе? И все такое. Я забегаю на кухню, и там просто, как в фильме Тарантино, вот так все в круговую. В крови, в круг, в круг просто, в крови все. У чувака вот так между пальцев зажата рана и хлещет вот так фонтан из головы. Я в... Он просто орет, еп. Убегай к себе в дом, по пути весь коридор тоже в крови. И батя сидит, ржет вот так. И говорит, ну что я ему зато продезинфицировал. Он вот сразу рану ему бутылку водки. Он меня он назвал, вот и он говорит, сынок, я поехал, ты ментам не открывай кровь вымой, я мою кровь и там просто какая-то дырка грязная и приезжали менты естественно, я им не открывал. Ну, такая одна ознакомительная с батей. Ну, вообще важно как будто бы рассказать пару таких историй, потому что то, что ты дальше будешь рассказывать, это безумие. И хотя бы нам нужно немножечко смазать и подготовить зрителя. Сто процентов, сто процентов. Я думаю, в этом превращении я превратился в гиперболизированного батю. <связать> э -э -э -э. Вообще, мы позвали человека, получается, который однажды съел и сошел с ума. Все верно. У меня уже миллион долларов есть, тебе надо на карту жирная. Или пустишь меня попеть один трек, два трека, басту и шейпом of heart, И три трека, три трека для нищего дашь. Всю свою жизнь до, наверное, 23, до, нет, до 20, наверное, 5. Сейчас тебе сколько? Мне сейчас 31. Вот. Я, значит, жил с таким осознанием, что алкоголь это оху... Да. А наркотики пи... Их всех надо пить. Вот у нас так в Рубцовске так сложилось У нас были либо те, кто пьют Либо зеки, Либо э, наркоманы А нельзя было сразу в нескольких группировках состоять? Думаю, можно Думаю, можно вообще с кайфом Думаю, кто-то кайфовал во всех группировках Типа Танец, который собрал все камни Да, и у него тут шприц Он делает вот так И жгутом Наркотический инспектор гаджет. Здесь зажигалка, здесь шприц, здесь трубочка пластиковая. А здесь у него лопата на одном пальце, чтобы вырыть все туннели из тюрьмы. И я, короче, жил с вот этим осознанием, что наркотики это ужасно, я никогда в жизни не попробую наркотиков. И я буду бухать до конца своих дней. И в итоге я заканчиваю школу, вот. И я переезжаю в великий город Новосибирск. О -о -о. Да. Я поступил в архитектурно-строительный. учился там два года где-то. Да, где-то два года. И просто принял решение, что я ебану в рот архитектурно-строительный университет. И я иду в театральное. А в Новосибирске. И, естественно, когда я поступаю в театральное, мое мировоззрение кардинально вообще начинает меняться. У меня вообще я был просто жесткий распад. Я в детстве был жутким-жутким вообще ребенком, который смотрел на своего отца и понимал, э -э что это норма. Ну, я думал, что это из всех морщить, типа со всеми общаться вот так, зака, что ты за коня. А я грива Вот. И... Не знаю, что грива, но мохнатая хорошая. Ну и сверху. Да, на сверху. Там где-то бороздой болтается. Вот. А ты подкован, я смотрю. Вот. Ну можно и... упомянуть, наверное, что вы там как раз и познакомились с Ильей Сатиром в этом. Да, мире. мы познакомились с Ильей Сатиром при очень великолепных обстоятельствах. Он меня как-то там получилось, что он меня позвал работать. Вместе в ДКЖ. Ну, работать надо понимать, что разовые халтуры, под... да, халтуры, да, есть актеры. Новогодние ос... халтуры. Ос... Особенно типа театрального института студенты постоянно занимаются подработками. Типа, вот там в ДКЖ какой-то детский концерт, типа каких-то детей местных, которые в кружках занимались. И новогодний отчетный концерт. А между номерами, пока дети. Извиняюсь, пока дети Между номерами, пока детки переодеваются, нужно создавать какую-то активность на сцене. И вот вы, типа, два. Вы будете в снеговичками, ну в костюмах снеговичков, вы будете прыгать, пока дети переодеваются на большом детском концерте. Так и было. И там э, было довольно скучно, как бы просто у, просто так прыгать в костюме снеговичка. И я предложил Валерии, а почему бы нам с тобой э, не курнуть? Ну ш... это естественно, я имею в виду табак так называется, есть такой специальный табак. Он называется что? Ну, это чисто бренд, бренд Новосибирский табака. бренд да, табака. Да. Он жалко, что так и не раскрутился, на рынок не вышел, но в узких кругах он был. И, короче, надо понять, что это был первый, Валерин, в жизни опыт чего-то, кроме алкоголя. Да. И вот я, может быть, в какой-то степени получается даже чуть-чуть виноват в чем-то. Или наоборот, ты сделал меня тем, кем я должен был стать. Несколько периодов было в жизни, когда у меня прям картина мира менялась кардинально, ну, грубо говоря. И я постепенно начал приходить к тому, что как бы можно и попробовать немножечко покурить, чтобы понимать, просто для того, чтобы понимать, как это на сцене сыграть. Только ради этого. Сначала. Вот. И я пытался несколько раз курить, меня не на... Я заканчиваю там Новосибирский театральный институт. Я еду в Москву, и сейчас я через год стану великим актером. Вот. Я приезжаю в Москву. После этого начинается какая-то движуха, и такой понимаю, о, пошло, 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 что-то идет. Наркотики на этот период у меня как бы не было никаких-то... Ну, у меня вообще не было проблем с наркотиками никогда я как бы так точечно пробовал как-то, и все, так проблем не было. У меня появляется друг, э, который очень много пробовал, но он очень хороший человек, ну, вот, прям он как, аура от него как будто вот от святого, реально, вот мало таких людей встречаю в жизни, вот какой-то он как будто святой, вот реально. Он художник еще сам, и я его прошу съесть со мной. И в этом трипе, это было 1 апреля 2019 года. И опять просто моя картина мира снова меняется. Вообще абсолютно. Я понимаю многие ну, фундаментальные вещи какие-то. Кстати, когда я попробовал... Я начал писать стихи. Стихи это же есть рэп. Я такой. Б... Я рэпер. Я такой... Осознаю, что я рэпер. И просто в один день... У меня пиздец, деградация началась. И начинаю э, микродозить, микродозить. И у меня тоже много чего приходит в голову. Я перестал вообще врать. И много таких аспектов, которые я в себе. И я, дед, становлюсь каким счастливым человеком. То есть я каждый день, каждую секунду наслаждался этой жизнью. Я любил себя как и всех вокруг любил еть как. И в какой-то момент э, ко мне приезжает друг, с которым мы при каждой встрече, когда встречались, баловались, например, э, баловались. Ну, почта, да, да почта бан. Да, да, и я как-то не хотел, у меня все было, ну типа все отлично. Мне это надо, я и так отлично себя чувствую. Ну вот он дорогой для меня человек. И я думаю, давай лучше нахуй вместо поедим. Он говорит, давай. Вообще все в жизни отлично, какие-то пути открываются. Все чувствуется, что вот-вот что-то произойдет уже. И оно произошло. Мы просто приходим к этому чувачку, тоже к моему корешу. И он говорит, ребят, подождите, подождите. Надо познакомиться. Вы по одной ножечке едите ё... сейчас. А там потом уже дальше поймете. И мы, короче, втроем по ножечке Познакомились. А потом кто? познакомились. И пока мы шли до дома, мы по ножечке, по ножечке, по ножечке. Это а уже как семечки. Вот так их еб. Вот так, короче, эти семечки. Мы приезжаем домой. Друг после самолета ложится спать я все это время и и пишу музлон. У меня пи... там у меня все. Я уже а о там. И в какой-то момент я вот так включаю телефон, начинаю записывать и понимаю, думаю, е... так я самый лучший в мире. Да, я вот так просто, я думаю, я самый красивый в мире. Я самый жесткий в мире. И у меня просто какие-то жесткие инсайты. И в чем прикол? У меня не было никаких там галлюцинаций. Ну, типа, у меня не было галлюцинаций. У меня просто осознание. Вот какой-то просто поток информации бесконечный идет в меня. Я вот так подхожу к зеркалу и такой. И у меня такое ощущение, что со мной разговаривает Бог и говорит мне, у тебя есть на Земле четыре миссии. Ты должен это сделать, чтобы во всем мире был мир поэтому он называется мир. Чтобы никаких не было болезней вообще в мире, избавить весь мир от болезней. И избавить весь мир от всего синтетического вообще, что есть. Чтобы все было только из натуральных материалов. И хайпер-поп альбом. Ну, это понимаешь, чтобы что вот это и был все. Это ты уже ебался. Подожди, а четвертое? И четвертое, что я должен объединить все человечество. Mm -hmm. Каким способом? Mm -hmm. Таким, что я должен выпить каждую женщину разных раз, чтобы они родили от меня детей. И так получится, я объединю все человечество. Вау! Я... Концепция... Я пошел Са... выполнять. Дань, Дань, где моя карта желания? Да ты же между разных наций. Да, разных наций. Какой абсурд. Я начинаю выполнять эти, собственно говоря, миссии. Я записываю сразу же бате вот такое видео, говорю, ну что тебе сказать, на? Поздравляю, что ты отец и легенды, на записываю. И у меня, короче, накоплено в это время на карте где-то 1800. Вот у меня было, я накопил. Еще была миссия, что весь мир избавить от денег, чтобы был бартер. У всего был бартер. Чтобы денег вообще не было, как было раньше. И был только бартер. Вот. И я понимаю, что деньги это еб... пыль. Я вот так вызываю сразу всем своим друзьям на Майбахе. Говорю, приезжай на быстро сюда. И все мои кенты съезжаются ко мне на хату. Я понимаю, что теперь дома с этого момента я хожу всегда на голый. Всегда голый. Потому что я природа. Нахуй. Вот. Все друзья приходят, приезжают и говорят, надень ты заебал трусы. И я просто, я говорю, слышь, не нравится, иди нахуй отсюда. Пошел нахуй с моего дома, у себя будешь дома качать. Я дома, я голый. Нахуй. И вот так я всем говорил. И все потом это приняли и радовались этому, были счастливы, что я голый, бегаю по дому. Ну, к этому моменту ты уже сколько съел, получается? Я съел до не знаю. Я не знаю, это невозможно было посчитать. Давай так, во сколько раз больше нормы ты съел? Пять. Где-то в пять раз. Ну, это в пять раз, да, это уже на грани с Бэттрипом и так. Тут в пять раз сильнее. То есть, по сути, это жесткий случай. Это жесточайший пи***л. Но я был на пике своих возможностей, на пике. Я весь этот период, а он длился 4 месяца, э, ну, если вычтем из этого там, 2 месяца рехаба, то 2 месяца. И я всегда нахожусь в таком состоянии, на пике просто всех эмоций, на пике энергии, я сплю там по полтора, по два часа в день, практически ничего не ем, у меня каждые просто секунду приходят какие-то инсайты у меня в голове, непонятно, что творится. Я до сих пор переживаю и осмысливаю, пытаюсь осмыслить то, что со мной было, и что вообще я тогда понял. И у меня такое ощущение, что я до конца своих дней буду осмысливать эту ситуацию и вообще просто пытаться понять хотя бы какие-то крупицы из этого. Я, значит, понимаю, что бабки мусор, идем сорить деньгами. Я говорю другу, и едем сейчас с тобой. И мы, короче, едем. Только на бизнесе я двигался. Только исключительно на бизнесе. Я со всеми таксистами знакомился. Всех записывал и говорил, я тебе помогу в жизни. Я тебе помогу. Сколько у тебя детей, кто по знаку зодиака? И вот так у меня просто <laughs> в телефонной книге вот так, типа, Санан, 54 года, 10 внуков, 4 дочери, Водолей. Я им всем говорю, я тебя пристрою, будешь у меня работать. Что ты за копейки тут пыжишься? Мы в итоге едем с другом со своим вот этим. Он тоже под... Не такими жесткими, но я под жесточайшими. Я одеваюсь как шушера. Сейчас здесь будет фотография. Да, да, да Можно прям слайд. Такие наряды себе. То есть вот, вот получается, вот он момент, ты ебу дал. По сути. Ты вот все эти четыре миссии услышал от Бога. Это тот момент. Это момент, когда ты елся. С этого момента начинается пиздец. Да, с этого момента начинается жесткий наряд. Теперь садитесь, присаживайтесь поудобнее. Сейчас начнется кино. Родился маниблон. Жесткий маниблон родился. Мы едем с другом, я говорю, едем сейчас в ресторан, поехали в кайф, я ни разу Моргенштерна не был, я сейчас возьму его номер куплю. Мы приезжаем в кайф, заходим, я вот так с порога, 5 тысяч охраннику, 5 тысяч рецепшн, 5 тысяч на фармену, там, менеджеру, всем по пятаку дал. Вот так захожу, заказываю там что-то еду, кухю, коктейль, и все ору вот так. Продайте мне номер Моргенштерна, 100 тысяч плачу, еб...". И... и вот так, ору, короче, я одет, чтобы ты понимал, там какая-то шапка, шарф, кофта у меня вот так. И они там светятся, в это время я иду фонтанно, на... мою руки вот так, что-то раздеваюсь. Но... На... Чуть ли там, не знаю, то ли я туда хотел макнуть, то ли что. Я, я, вот не помню это просто ощущение, я помню, что меня вот так, этот охранник, которому я дал 5000, сука, наперед знал. Вот так он меня мягенько вот так берет и выносит оттуда. И я вот так в этот момент говорю, да я Ваш кайф на... ложусь, вот так ему кайф, типа И на следующий день, в чем прикол, его закрывают. Его закрывают, реально. Вряд ли это связано как-то с моим появлением, но его просто закрывают. Ну таких совпадений еще будет хватать. И мы едем, говорю, едем к Вот, мы приезжаем туда, я заезжаю, покупаю пить там тысяч на пятьдесят на 8 из каких-то подарков, какой-то цветочный, какую то хуйню, каких-то кошек, сфинксов этих керамических, и просто ш... вот так все дарю. Заезжаю, вот так сразу раздеваюсь, на гола, просто полностью до гола, и вот в этой общей комнате б... начинаю бегать, срываю так гордину, нахуй, ее пополам вот так сгибаю, и вот так как на коне, и еб... говорю, кто быстро, сука, сосать хуй! Вау. Вот так бегаю просто. Все ва... просто. Я начинаю Бейлисом, короче, себе просто обливать весь Бейлисе э, Из купюр, у меня были еще валюта была, короче, я из купюр начинаю крутить кости, прям там вот так раскуриваюсь, говорю, быстро мыть меня. И я говорю, типа, я новый Оззи Осборн, я, сука, Фредди Меркурий, я все, я был во всех телах. И, я... и всегда у меня было, очень много короночек было таких, и я говорю, я уже проживал эту жизнь, поэтому мне так легко. Вот я говорю, я уже прожил, я был и в прошлом, и в будущем. Я и пиратом был, и не всем. Вот, у меня реально было такое ощущение, что я был и в будущем. И я говорю, Моргенштерн придумал изи рэп, а я придумал изи жизнь, нахуй, ёба народ. я делал, я реально делал всегда то, что я хочу. Всегда, каждую секунду я говорил и делал. У меня не было ни одного ну, страха вообще. Ну Всё. да, он, он велся как человек, у которого, типа, вот, нету фильтров, типа, вот, да. что он э, в башку приходит, он сразу это выдает. Да, не фильтруя, не думая, ничего. То есть, как он подкатывал к девушкам, например, это отдельная история. Он подлетает просто, я видел это не я раз. Я вылежу с... тебе жопу. Я вот так подлетал и давайте, сука, вылежу жопу прямо сейчас. Тогда приезжай ко мне в гости, знакомиться будем. Ты трахаться, а что делать? Либо вылежу тебе в жопу. Где ты есть? В каком городе ты живешь, моя новая девушка? Можно несколько историй просто. Я, короче, приезжаю в Газгольдер рано утром. Я уже был ночью в Газгольдере, и потом я уехал в жутко, жутко какой-то лихорадки, поспал полтора часа и вернулся обратно. Приезжаю просто в халате, вот так, в какой-то обрыганной шапке, пума, вся в катышках. И мне какой-то какой таксиста отжал. У меня была такая тема, у меня был всегда мешок подарков с собой. Всегда был с собой мешок подарков. И была такая, что ты туда кладешь какой-то подарок, и оттуда берешь другой подарок себе. Я приезжаю в газ с этим мешком подарков. Вот, захожу туда, вот так похожу по кругу. Вижу, короче, самую на тот момент, которая мне показалась сочную телку. Подхожу к ней и говорю, слушай, ты пойдем сейчас мне в туалете будешь лизать жопу. Она такая, О, привет, я тебя знаю, ты маниблой, я тебе писала. Я говорю: Да мне вообще идешь или нет, или я сейчас другую нахожу и она пойдет. Он такой: Тихо, у меня тут парень стоит, тихо. Я говорю: Ну быстро, мне нужно чего-нибудь в нос и мы идем в туалет. Он говорит, О, У меня как раз здесь пара. И мы идем, короче, в туалет. Вау. И и она с превеликим удовольствием лижет мне жопу. Просто, просто с таким смаком лижет мне жопу. Есть видео. Приятного аппетита. Это видео, это вот правда. Он вот как описывает, так это и есть. Он на этом видео, типа, он снимает канал этому жопу, потом переводит камеру на себя, и у него... Типа, по-моему, четыре пары очков разных. А, и он делает вот так. Да, да. Да, и я харкаю ей еще на плечо, типа, в знак доминантности. В это время у меня на подарок. У меня на подарок. Просто там какой-то кулечек. Я говорю, крошка, забирай. это тебе мой подарок. Пять тысяч долларов стоит. Она такая заходит. Зачем еще? Зачем ты на плечо ей харкнул? Для доминантности. Чтобы показать свою доминантность. видео видно, она на плечо ей. Ты я Кодекс Сальфача не читал просто. Это не конец. Я знаю! Она полезала мне жопу с кайфом, мы вышли, и я подхожу к ее чуваку говорю: ты самый лучший в мире! У тебя самая крутая телка в этом городе. Ой -ой. И он такой: он такой: да, чувак! Я такой, ну, у тебя нахуй. Вот такая вот история. А, получается, вот, чуть-чуть возвращаемся Ты чеканулся, понял пять миссий э, Все, у тебя башка отлетела Ты поехал, значит, вот сначала в кайф там побарагозил да. Потом ты поехал в бордель, в бордель. Гардину там срывал Вот после этого что было? Какая-то из этих девочек подарила мне свои Шелковые такие шортики Из которых у меня изрядно так вываливался Вот Я представил Я еще все это бейлисом залил сверху, естественно я там просто бегал, там чуваки в других комнатах. Телок. Я вот так залетаю. Вот так. Ну че, красава, брат? Я, вот так просто чуваки в... просто... Незнакомые? Не Не, нет, просто вообще левые <года> чуваки какие-то. Телок там в комнатах, я к ним залетаю. И вот такую короче, исполняю. У нас был план поехать на дачу и обхаваться с, с пацанами еще дальше. Вот. Но пацаны просто там маленечку съели, они хотели как бы нормально трепануть. Вот. И я всех этих телок зазывал туда. Говорю, поедем на дачу. Они отказались. Мы едем в другой бордель. И на входе у этого борделя... А это на Тверской. Прям Тверская. На входе этого борделя... Второго уже. Да, второго уже. Я облитый Бейлисом в этих одних трусах, из которых у меня видно весь... Тут как будто все, но это был Бейлис. И там парень с девушкой сидит. Я вот так подлетаю, говорю, сука, я вырежу тебе сейчас жопу. Телки, естественно. И чувак такой, я тебе сейчас на бегу. Давай, сука, сейчас зубы выбину. Я так всем говорил. Кто, кто на меня агрессировал? Просто первый никогда. Вот, и потом ему говорю, лучше давай я тебе пять тысяч дам, ты нищий. И, короче, ему вот так. Он говорит, ладно, ладно, все. И он пошел, пожаловался, там стоял автозак с ментами. Он пожаловался им, подходят три капитана. А мы уже на, на пороге этого, получается, борделя. Мы уже в звонок звоним. Подходят три капитана и начинают говорить, О, ну, человек, а что вы тут делаете? Я говорю, мужики, сначала по-добренькому, мужики, ну реально просто отдыхаю, нахуй вот Белиса, иду трахать девочек. Можно я, пожалуйста, девчоночек потрахаю? И они там начинают что-то говорить, говорить. Он говорит, а что еще употребляли? Я говорю, сука употреблял вот так достаю из сумки высыпаю вот так на землю и начинаю их с земли вот так жрать и они вот так стоят вот так втроем это что это что это что и вот так просто как НПСи короче в какой-то игре начинает вот такую, вот такую короче исполнять я говорю да машина по ножечки блядь, познать, погоны снимить. И в таком начинаю разгонять. Говорю, вы... Дайте, трахать хочу телок. И говорю, Идите". И они, они ничего не могут сказать, они... И потом у них приходит какое-то осознание, они начинают меня скручивать, я говорю, ну, руки вбрали. я сам пойду. Меня заводят в автозак, он полностью забит автозак, просто полностью людьми. Я туда залетаю, так к первой телке говорю, давай, сука, жопу тебе сейчас вылежу прям здесь. И ее чувак вот так встает... С Дагровой такой, говорит, слышь, тебе сейчас ебану бью. ай, сука, зубы сейчас тебе выбью. И вот так, и говорит, давай питак тебе дам, скину на карту. И он такой, все, все, норм. И меня сразу же выводят оттуда, и говорит, не, этого надо одного. Сажают, короче, вот так одного меня. Закрывают этих. И начинается диалог. Кстати, очень жарко. Я хочу снять эту куртку. Вот. Я в итоге... Э... Нельзя. Дурак. Ну все, все. Мы собираем, типа, Мы собираем цензурное бинго просто. Все, что можно. Я, получается, начинаю с ними беседовать, с полицейскими. Отличные ребята все оказались. Что хочу сказать. Вообще, роскошные пацаны. Я им говорю, пацаны, погнали. Лучше поедем на дачу, прямо на этом сейчас автозаке, этих щепетил здесь оставим, которые будут там сидеть в этом автозаке. А мы с вами реально лучших, которые есть в Москве, лучших <с просто, я вам гарантирую, будет жжет банечка. Я не могу. Они, короче, жестко мне отвечали. И постепенно я смотрю, они такие, уп оп и такие, чё, реально, а чё, где дача там? Я такой, типа, сейчас поедем. Ребят, я новая звезда. Сейчас вы меня услышите, я сейчас соса проки через месяц уже буду хитовать. Вот увидите. И я их, полицейских, перед лицом этих ребят возвышаю. Говорю, слушай их, тебе сказали молчать, за ней правильно говорю, я так, короче, и начинаю И они очень проникаются ко мне. И один из них мне говорит, потом в итоге, говорит, Валя, в итоге мне, короче, я говорю, давай на ручечки ослабим. Они ослабил на ручнички там все. И он говорит, я с ним беседу, беседу, он говорит, что завтра поехали тебя с сыном познакомим, на мази покатаю. Они в итоге привозят нас в отделение, оно там где-то рядом было. И мне говорит один из них, с которым мы уже подружились, с которым мы завтра едем с его сыном знакомиться. И он говорит, Валер, только давай ты типа потихоньку, мы тебя сейчас первого быстренько отпустим. Напоминаю, я голый, растрепанный нахуй, с вот такие волосы. Такой... У меня висит пися здесь. И тут я в этих шортах, которые блиты и... полностью Беллисом. И это вот со стороны, как об жестко, чувак. И там майор какой-то мне говорит, что это пи***ла какая-то. Я такой, ты что, сука, мне сказать, я тебе сейчас по все зубы выбью. И он такой, что? Я говорю, шутка. Разворачивайся. Он... И меня сажают в обезьянник. Я вот в этом обезьяннике сижу, сижу. Приезжают санитары. Там, там еще... А, там еще были ребята, не русские. И один из них разговаривал на русском языке, как бы при всех, а другой, ну, как бы специально разговаривал не, ну, на своем языке, а не на русском. И я пи***ц его морщил, говорю, ты чё, сука, находишься в отделении полиции? Ты, уважаешь, сука, страну на русском, Ну, и, короче, начинал, начинал там его морщить. И, и все полицейские тоже говорят, тебе сказано было потом. На русском говори. Приходят эти санитары, они обшабанные, вообще какой-то какой, -то, какой -то, их такие. Они просто выходят и говорю, о, мои пацаны, куда эти шабануть, какого газа вы там ебаете в своих машинах? И они говорят, ща, ща, шабанем. И я, короче, начинаю с ними что-то сначала поприкалываться, а потом что-то мне один сказал, и говорю, сука, я тебе все зубы выбью. Я наверное, инвалидом сделаю. Он Инвалид. чуть что говорил? То есть, да. если он чувствовал агрессию какую-то, да. как только, он сразу так говорил, я тебе сейчас зубы выбью, выбью. Да. Вот это вот. Но сам первый я как бы никогда не агрессировал никого, это только только ответная реакция была. Какой порядочный. Глядин. Я порядочный, порядочный, глядин, да. И меня выводят, ну связывают. Я говорю, не отдавайте меня, а там какой-то подполковник, он уже ко мне проникся тоже. Я им говорю, все, завтра подарков вам навезу я всем подарки же раздавал. Мешок подарков, да? да. Причем многие из этих подарков, это были какие-нибудь типа мусор с улицы. Не-не-не. А, нет? А потом мусора и... у меня не было Не никогда. мусор, но там какая-то была типа полная... Там ну, пластиков... полная, которая для Илюши мусор. Ну, типа пластиковый виноград. Вот такого рода там были подарки. Пластиковая картошка. Да-да-да. Ну, там были и колонка JBL. Там до что было, и шмоточки были, какое когда. За 7 миллионов долларов. Да, за 7 миллионов долларов. Я не могу Вот. Я, короче, пытаюсь вырваться. Одному то ли зуб я выбиваю, то ли просто губу разбиваю, я так и не понял, из этих санитаров. Меня засовывают в эту в четвером в санитарную машину. И там меня привязывают к этой кушетке и начинают просто ногами избивать и говорить, что мы тебя убьем. А я вот так просто Uh, смотрю на них вот а ха ара, и вот так ору, и они меня в это время и в какой-то момент я понимаю, что, ну, они реально меня убьют, и я прикидываюсь, что я отрубился, просто я вот так отключаюсь, типа, а сам не отрубился, они продолжают меня пинать какое-то время, понимают, что я отрубился, и начинают что-то обсуждать там, на... помню, меня привозят э уже в клинику, они меня начинают отвязывать, будить. И я вот так просто, типа, открываю глаза и начинаю жестко плакать. По-настоящему начинаю просто жестко плакать. говорю, мужики, ну куда? Где? Я не знаю, где, я не понимаю, где, чего вы мне куда привезли? Ну я правильно, что ты это все играешь? Да, да, я играю-то просто. То есть я... Ты, ты типа их пытался так на... Ну, я их не пытался, я их жестко на. Потому что они такие, типа, о, ты сразу осадили такие, типа. Да что ты типа? Наркотиков обожался, нормально сейчас все будет. И они меня заводят в клинику, и только они уходят. Я вот все цирк прекращаю, вот так просто провожу рукой, такой, ну, теперь нормально можно. И все санитары такие, вау, типа, что за цирк? И меня кладут в рехаб. Я вот так потом просыпаюсь, у меня вот так в венах что-то торчит. И я понимаю, что я на капельницах, но вообще не поменялось. То есть капельницы вообще ноль помогли, ноль. Я начинаю там движуху уже сколачивать себе банду в рехабе. Все, кто туда поступает, я сразу знакомлюсь и сразу начинаю понимать, я со всеми людьми знакомился и уже в голове знал, кто он будет у меня. Ну, типа, кем он будет? Ты вертолетчик. Ты будешь моим вертолетчиком. Я говорю, да, что ты умеешь? Я красить забор, будешь вертолетчиком. Там за мной ходят врачи, берут у меня какие-то, ну, типа, спрашивают что-то. И через неделю понимают, что со мной все хорошо. Я выхожу, значит, с рехаба. Сколько ты пролежал первый раз? Ой, извиняюсь что спойлер. Недели. Сколько ты пролежал в этот раз? Неделю. Я Недели. вот неделю пролежал, да. Тебя выпустили, все стало нормально? Или им показалось, что все стало Они сказали, что я здоров, все хорошо. Угу. Все хорошо. Вот, может быть, на, как... на... на полдня я был менее активен. Может быть, угу. не помню. Но в целом не поменялось. А сколько уже прошло времени от того момента, когда ты пережрал? Пару дней. Нет, ну ты, посмотри, еще неделю пролежал. Ну, до того, как я лег, да, где-то пару дней. То есть это уже 9-10 дней, и у тебя это состояние держится. Да, да, это где-то от 10 дней до 2 недель. Вот это. Еще я придумываю новый формат. В музыке вообще новейший. Грязный ваф. Это просто я вот так сажусь, вот так просто. На медюхе вот так. Сделал бит за 15 минут, Свел его за 3. Э, вот так one-take'ом въебал, че нахуй с фристайла. Вот так подсвёл, FX'ов накидал. Бенгер готов. Послушать <refugee> можно, да? Э, послушать <soblier> можно, конечно. Это <с есть, да? Это есть, да. Кайф. Все в телеграм-канале, чуваки. Такое немножко лирическое отступление. Я ехал на такси сказал таксисту подожди меня внизу зашел наверх к себе в хату чтобы и написать трек и за 15 минут пока я ну, он там ждал я написал трек и во время этого трека я др... так и я там и во <пл>... я... время записи да во время записи и я там пою я держу х... в своей руке я на эту жизнь я люблю эту жизнь <пл... <пл... но параллельно я э, пребываю в месте таком, которое называлось «Кукушка». Это там куча студий было, э, такой большой гараж. О! Да, ты там тоже я был. Я там был. Да. Я там начинаю с этим продюсером, короче, зависать тоже и просто пи***. продюсера зовут? Мы знакомы с ним. Пафи Пав. Да? Да, я понял. Такой с***но громадной красивой бородой. Пафи Пав. вот. Я в это время в «Кукушке» навожу такого шороха, как вот с какими-то людьми, там все меня знают, они в общем чате там бывает вообще, что происходит там в этом. Я туда захожу, там какие-то постоянно девчонки, я всем говорю, давайте жопу вылежу. Да Да сколько можно? Это была его визитная карточка. Да. Сначала было, давай я тебе жопу вылезу, а потом я понял, слушай, подруга, давай-ка ты мне жопу вылезу. Вот. Я выхожу с Рехаба на этой всей движухе. У меня постоянно я знал, чем заняться. У меня какие-то были всегда дела. У меня всегда были какие-то концерты на. Я просто врывался где-то и на каких-то тусовках, где выступали просто другие чуваки, просто там тоже выступал. Не знаю, как так получалось. Мой дом теперь это шоурум. Что туда зайти стоит? Ко мне домой? Миллион рублей. Просто за эти дом, Потому что у меня там и ресторан сразу. И студия звукозаписи. Еще я и стилист. Как стилист тебе шмотки подберу. Еще и за свагу. Еще, кстати, важное замечание. Я, я всех свагал. Типа, у меня был лак. Всегда лак какой-нибудь. Несколько свагалок. Я потом я их придумал. Нитки какие-то как у бабки. И маркеры, короче. Я всех свагал. Типа, давайте я тебя свагну бесплатно сегодня. И у меня вот такая была идея фикс, что я всех свагнул, потому что я свою энергию отдаю. У меня энергии делится. Свагнул, типа, а, тегнул? На штанине вот так лаком провел. Ты за сваган. Такая всякая какая-то. Я все шмотки себе свагал. Я просто столько шмоток себе испортил, выкинул. <с. На... <с. Выкинул их потом, когда приехал. Просто офигенные шмотки. Я их просто испоганил. <с. Как? И если ты прикасаешься к моему свагу, ты мне бабок должен. Я это называл мягкий рэкет. Ты знаешь, что мой номер стоит 5000 долларов? Чтобы якобы мой личный номер мой стоит 5000 долларов. Ты мне уже 5000 долларов должна. Изначально. Но если ты мне понравишься, я сейчас по твоей фотке посмотрел, такая соска у меня стала. Я сру сижу. Видишь, весь попизденный. То ты мне ничего не должна. Так что давай хотя бы мне кружочек отправь и расскажи, кто ты, где ты. На пенек сел, должен был, да. Я постоянно ходил на какие-то тусовки, всегда. Было лето, и я ходил, сука, чуть ли не каждый день на эти тусовки, и везде как-то проходил бесплатно, я вообще пойми как. Где-то меня вписывали, а где-то я просто проходил, и они думали, что, ну, видимо, какая-то звезда. А это так и выглядело, то есть он залетал на тусу в таких нарядах, он ходил в платье. С, у него был жезл из... жезл, э, кстати. У него был жезл. а, Ты принес жезл, да. У него были такие артефакты, типа жезл, железная палка, а на конце капуста пластиковая детская. А где этот жезл? Он тут уже принес. Сейчас мы его чуть попозже покажем. Он ходил вот в таких шляпах, в платьях, это штор мог на себя нацепить, просто типа сделать из нее платье. Да. И вот он на этом вайбе залетал, и я прям тоже видел эти моменты, когда фейсеры, они вот это видят, и у них прям в глазах читается, так, ну, наверное, это какой-то очень известный, которого мы просто не знаем. И все, и он в натуре проходил везде, в газгольдерах, Просто везде В Москве вы везде пускали. Да, в Москве вообще везде. Пускали, везде реально. Еще лайфхаки ловите. Пользуйтесь. Жесткие лайфхаки, да. Только не употребляйте наркотики. Просто надевайте на себя шторы. Вот этого достаточно. Это вам не с лестницы в любое помещение. Не надевайте трусы. Не надевайте трусы, кстати. Это важно. просто. Мало ли кто вдруг жопу будет лизать. Да, да, да. А это лишняя секундочка. Нужная. Ой, 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 блядь, да почему я ем в эти моменты? Малина бомба, честно вот. говоря, да. И у меня были разные состояния, то есть я всегда играл, ну то есть э -э я придумывал себе, какой я сегодня, и им был. То есть у меня от наряда зависело мое внутреннее состояние, то есть вот так очень глубокое погружение. Короче, как-то вот я чувствовал, где, когда надо быть как она а, а, Тв... <свят> а на тверской ты, чувака, из окна машины кормил, когда. -ли? О, кстати, да, на тверской она накормил чувачка из окна машины Мы стояли на светофоре, и я там что-то играл, короче, трек, и там чуваки, я орал, и чуваки, типа, раскачались. Я говорю, давай, беги сюда, ху, быстро. Он прибежал и говорю, давай ху, тебе сейчас ну, кормим и его просто накормил ему. И yeah. уехал. Да, и уехал. Yeah. Yeah. <свят> <свят> Слушай. Это, а... в пер... это в первые два дня было, это еще да, долетало, да да. да? да, да, да. А да. ты. Ты только в Москве был? Нет, Нет. Это, брат, только да, это только начало. Только начало. А, да. то есть можно вообще вопросов не задавать, я правильно понимаю? Нет, можно я задавать с большая, Я с кайфом отвечу на вопросы. Не, просто рассказывай. Просто рассказывай. Потому что вопросов много, но я так понимаю, история огромная. Если рассказывать все. Ну как часто ты получал? Ни разу. <дёшь>. <смех> 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 так это Новосибирск. А, а про Москве ни разу? Да, в да, Москве ни разу. Ни разу. Да, это, кстати, тоже очень интересный факт, что в Москве его пускали во все клубы, никто не давал ему, а вот в Новосибирске была совсем другая картина. Но да. это, до этого ты еще дойдешь. И когда я вышел с Рехаба, кстати, у меня батя прилетел в Москву, мы поехали отдыхать, там что-то с бати повздорили, как всегда, он когда напьется, ну неизбежно такое. И я уехал оттуда. Потом на следующий день приехал с другом, и мы с батей по***лись, вот, было. Но он по мне не попал, но я ему, он меня за волосы, он говорит, ты п***ная батлатая, на***". у меня так за волосы, пытался об коленку, но я вывернулся, и ему прям хорошего джеба дал, короче, в брюхо, ну, куда-то, наверное, в печеночку, и убежал от него, вот. И Это единственное, что такая, какая-то рукоприкладство было. Сука, я до сих пор не могу отойти от фирменной фишки пролезать очко. Я, я и больше я с того, что они такие, да, давай. Да, давай. у него есть реально видео, он показывал, это... Я просто... И потом... Да, было... Да я не сомневаюсь. Я сам теперь хочу попробовать подходить и говорить, смотришь мои подкасты, сука, знаешь, я в моменте, лежи мне очко. И причем я трезвый, я не употребляю. <сесуд> <сесуд> Знаешь, в моменте хочешь тебе жопу <сесуд> Подожди, <сесуд> хронология, братан, смотри. Э, да выш... там уже хронологии мы ну, напутали, короче. Не-не, я бы все держим. Смотри, вышел ты с рехаб. То есть иногда возвращаешься просто в да. там, первые три дня. Все, это все прошли. Первый вот этот рехаб. Сколько там, типа, недельку ты пролежал, да? Да. Все, ты вышел, сразу с батей, дал ему в печень, убежал от него. Что дальше? Я с батей уже на следующий день, конечно, помирился. И созвал сборную пацанов в сауне, в люксовой сауне. Есть тоже там видосы. И позвал, короче, знакомство с батей. И всех корешей туда позвал. И говорю, вход за подарок бате и мне подарок, народ. Найти в день Москве, в Москве, в центре Москвы 10 минут заехать, просто руку пожать человеку, познакомиться. Это вообще ни о чем. Для своего близкого человека. Если, так если ты меня близким не считаешь, тогда, братан, ты идешь и все, мы с тобой расходимся. Мне вообще... Но я тебе говорю это без негатива, а просто по своему соображению. Я тебя люблю всем сердцем, и если надо, я за тебя умру. Скажешь, умирать будешь, скажешь, давай, Валер, я умираю. Я скажу, давай лучше я умру за тебя. Ты будешь умирать, поживешь, а я перерожусь потом. Брат, это философия новая. Если ты этого не можешь для меня сделать, руку моему отцу пожать, тогда тебя для меня не существует. У меня уже на тот момент денег не было ни, я взял кредит. <laughs> в Тинькове прям вот так на лавке перед перед сауной, на лавке перед сауной. Он подъехал, чувак, и он вот так прям пойдет. <laughs> и все, пошел, поехал, короче, в бонга бонго купил себе бонг за 30 тысяч. И еще там всякой шушеры тысяч на 20. И в итоге мы погуляли там в этой сауне. <laughs> батя там плакал. Типа я говорю, что ты, батя, поднялся, сын, знаешь. Я еще батю пытался в этот день, кстати, в Газгольдер с собой утащить. Чтобы ему тоже кто-нибудь жопу полезал. Он говорит, не надо. Он сначала согласился, но потом вышел, короче, и не поехал. Я до этого, до всего этого, познакомил там своих одних корешей со своим близким другом Микки. Он актер, тоже каскадер, и снимает он, ну, как режиссер, вообще. Он снимал моим друзьям сниппеты, и чувиха одна говорит: А можем мы типа, можешь снять клип мне и Паше технику? Он такой, да, я обожаю Паш Технику, бесплатно сниму, типа, ему просто клип за в знак уважения. И он говорит, только Валера будет сниматься там. Они говорят, окей, типа, ты поспал два часа, приезжаю, мой наряд. Я в зеленом платье, которое мне подарила одна леди, которая лизала мне очко. Женском. Женском, ну, естественно. Тут какая-то будиарная щ... такая. Я в фуражке военной, американской фуражки, там, военных годов каких-то там. Это просто, oh, oh. это просто... Приготовились! На раз, два, три, скажите, да. И раз, два, три! Миша! смотри, смотрите! <связь> ну, и у меня был жезл, он тот назывался самый... Фредди Меркури. Кэббидж Меркури. Потому что там была сверху что? Капуста игрушечная из набора вот этого за 200 рублей. Можно за посмотреть? Да, да, можем принести. Хотите... Это, это, это история, да, вот, пожалуйста. <связь> вот он. Кэббидж <связь> Меркури, пожалуйста. Вот с этой... Х***. Самодельная? Да, конечно. Там пока Паша еще не приехал, все уже... В... Что за чувачок? Там снимали в какой-то обрыганной заброшке. Приезжает Паша техник, я на него сразу говорю: ой, легенда, брат, давай. Мы пиво там. Он говорит, ты что, чародей, ты фокусник какой-то. И он раз вообще жестко с меня. Мы, короче, там снимаем э, клип. Я в это время уезжаю еще по... во время съемок клипа уезжаю еще по каким-то делам. Уважным. Я не знаю, что там у меня были за дела. А мне пишет, типа, Микки. Говорит, тут Паша тебя уже потерял. Я приезжаю. Он говорит, поехали со мной. Нахуй. Сейчас поедем на тусовку. Клип еще не доснят. Мне Микки параллельно говорит, пожалуйста, только его привези на клип, чтобы доснять его во второй локации. Пожалуйста. Звучит как классный заход. Да. И мы едем. До туда ехать было три часа где-то. Мы едем. Я, Паша Техник, Чувачок, один афроамериканец и одна девчонка, она тату модель или кто, короче, вся забитая такая. И мы едем, едем. Паша, вот... конфигурация афроамериканец на переднем сиденье. Да, а вы... на переднем сиденье вот так скиз просто вот так скиз и все три часа был в отключке вот так вот И мы втроем на заднем. В это время это Лэри сосет Паши в дороге. А тут обычный таксист сидит и как бы нас везет. Она ему хорошенечко мусолит. Я, слушайте, я так таку, но таксую так для души. Вот. Извините. Она мусолит ему за. и короче И предлагает мне тоже это сделать. Я отказываюсь деликатно из уважения к Павлу. Да. Паша вот. все-таки легенда, да? да? И мы разговариваемся с ним. Он, короче, с Пашей едем, ржем и всю дорогу. И в какой-то момент он говорит, старый, старый. Как он, как он говорит? Не будет. Старый. Ну, как? Старый. 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 Слушай, старый, останови. Я ссать хочу. Ну, что-то такое. Он говорит, а где снег, остановиться? Мы, типа, на трассе едем, тут негде останавливаться. Он говорит, да не". Останавливай, я сейчас тогда из окна пасу. Я думаю, ну, Паша примерно моего уровня человечек. И она говорит, так ты мне в рот носы? Он говорит, я никогда в жизни так не поступлю с женщиной. Я говорю, стоп, стоп, стоп. Нет, нет, нет. Я говорю, стоять. Демон. Стоять ты ее уважаешь? Он говорит, я сейчас уважаю. Я говорю, значит, ты обязан нассать ей в рот. Ты обязан удовлетворить ее потребность, которая на тебя просит от всей души. И он говорит, не, старый, ну в натуре я, я. один раз, конечно, сал на чувака, но на бабу ни разу. И я его, короче, прокачиваю. но ну, я думаю, это было пару фраз. И он такой, давай, согласен. Мы заезжаем на какой-то поворотик. Uh, в поле она вот так выходит ложится вот так хорошо прям в поле он достает свой и начинает садить ей в рот и она счастлива что он ест в рот она наслаждается уриной и есть есть видео, видео которое вы никогда не покажи. увидите но это чистая правда Просто покажи Покажу. Я, можно я просто, ну, это, это, нельзя, наверное, показывать никому, но можно просто послушать? В смысле, наверное. Там самый кайф в этом видео, лично, на мой взгляд, это то, что там фигурирует этот таксист. Который тоже снимает это на телефон. У чувака точно веселее истории нет вообще. Да, чувак собрался. кстати, придет. Так и я до Паша вс скину, дальше и Паша не уйдет, стой, это одна. Стой, стой, стой. Давай. Вау. Ну я кстати реально никому вообще не скидывал кидо. Давай, пау. Не... Ну давай, давай, давай. Давай, давай, Паша, ч, кайф? Гачит бой! Это Паша техники. Это видео, продадим за лям доллара. бизнес-такси! Красава, Леди! Леди! ботинок облежи! Пашиной мочой ботинок оближи. Нет, это твой ботинок! Пашина, облежи ботинок! Красотка, Леди! Чуть доехали, Твоя майка, давай сюда! Вытирайся, маечка! Красотка, леди. <р textbooks> Я сейчас понял, что без видео это еще жестче звучит просто. Там все есть, чтобы составить <р yaz Kw> картину себе. Yeah. <рались> е. <реж> <реш> <реш> ну, возьми от греха подальше. <реш> Кстати. <реш> сейчас начнется Green Cabbage Money. <реш> Кстати, мне вот так вот Микки вот так этим посохом вот так держал, а потом с вертухи бил похуй. И Илюха видел это. У меня более того есть это видео? <реш> да! Да Напоминаю, Микки один из лучших каскадеров России. Это да. чел, который может очень хорошо пропнуть похуй. Mm -hmm. Лучше, чем кто-либо из нас. Я не знал, что есть конкретный Кстати, Кстати, у Соболева тоже есть это видео. В смысле? Это видео было снято для того, чтобы отправить его Илье Соболеву. Потому что когда-то давно, когда Валера еще, ну, до того, как он, типа, что-то там в каком то Какой-то ремикс на трек Соболева делал. Да, и Соболь, да, да. И Соболь это заценил. И, и я потом пишу. И поснул, типа. я, а я был в гостях уже в момент Валеры Шиза. И я пишу Соболю: типа, здорово, помнишь чувака, который ремикс сделал на твой трек? И Соболь такой: да, да, помню, клевый парнишка. Чем занимаетесь? И в ответ на это я отправляю ему видео, где Валере бьют по ху с вертушки. Сначала вот этой Да, придерживают капусты? капустой хер, а потом бьют по вертушке. И мы думали искренне, даже я думал, что Соболев типа приколится. Он вообще не заценил. Он вообще не заценил. Он что, вы чё, там, что ли? А мы... А он ебанул, да, мы он Больше истории, продолжай, я бах. Вот, то есть вот это то, что ты сейчас посмотрел, она вытирается мачкой. Мы продолжаем ехать. Дальше едем на этот фестиваль. Этот чувак. А в чем они? Ну, типа, она что это? Она еле разговаривает. Под... И под бухлом. Вот, да. Выглядят, в основном выглядят как будто они просто очень бухие, но и, и вот что-то, типа, знаешь, какая-то специя добавлена ну, как, в это все. Как всегда. Ну, и мы приезжаем на этот фестиваль. Я вот в таком наряде. У меня тот же самый наряд, только еще сумка. Увитон. Легендарная. Мам дарил. Я там кошмарю в этом наряде на этом фестивале. Все вообще там Паша вообще говорит это самый смешной день в моей жизни. Там же с этого фестиваля еще одно видео, которое тоже можно либо в Телеграм, либо сейчас показать, где таким-то левым телком плечи лежишь. Да, есть такое. Мы приезжаем обратно, я довез Пашу в итоге, и как-то получается, что я не могу туда войти на вторую меня не пускают, там по пропускам все. На вторую локацию, и я становлюсь в ярости. Я говорю: Сука, если это... меня не пропустят туда, всем я вам взорву здание и все такое. Ну короче, в своей обычной манере. И в итоге мы оттуда уезжаем, и я записываю микки Мои ноги, ни моего платья, ни моего пальца в этом видео не будет. И вот такой, короче, я записываю что-то в этом роде. В этом что... видео а, в этом все, клипе. В, клип. в этом клипе. Я сказал, либо это шпа платит мне 500 тысяч. Минимум это скидка из-за ампатии, потому что у меня 5 миллионов долларов. Либо там не будет ни моего платья, ни лица, ни даже моей руки. Потом, короче, все начинают э, всем рассказывать, типа про меня. И меня просто начинают писать какие-то незнакомые до людей. Меня забанили, кстати, в Инстаграме аккаунт за то, что я там всем девчонкам писал. Приезжай, сейчас вылежу тебе жопу. Это видео отправлял и все такое. Янчик, здорово, как у тебя дела? Я так по тебе скучаю, хочу тебя все облизать. Хочу поставить с тобой на гвоздях, помедитировать, поцеловать тебя, сводить в ресторан, подарить тебе Гуччи. Как твои дела? Ты где находишься? С этим лохом еще, Кирилл? И, и с голым в историях иногда мелькал. Ну дома уже снимал, как я, я голый, я дома. Ну конечно. Вот. И ко мне приезжает мой кореш близкий тоже с целью запаковать меня в рехаб. Но я своим обаянием и харизмой его переубеждаю, и в итоге мы едем нюхать. Как так, так не бывает. Так не бывает. <с>... Мы там, короче, по... кайфовали там, я там пел песни в караоке, Конфесса, естественно, это короночка, <с>... моя коронка, а вот. И на следующий день я приехал домой и он мне опять говорит, я к тебе приеду в гости. И значит приезжает ко мне еще раз в гости. Теперь уже основательно, это через пару дней было. Основательно меня паковать. И приезжают еще мои друзья, какую-то странную Устраивают там перформанс. Я как-то думаю доверяю им всем. И в итоге потом менты приходят, и я так с, с кайфом открываю ментам, думаю, сейчас с ментами быстренько все решу. И у меня в голове было 100%, что я решу любой вопрос. Абсолютно. Похуй. Но пока все, что ты рассказывал, да. получалось. Да, все так и было. Так сказать, успешные кейсы. Да, успешные кейсы. И потом за ними заходят санитары, меня скручивают, и мы уезжаем в Ганишкина. Вот, приезжаем. Это ну, второй твой рехаб, Это второй мой рехаб. да. Мы приезжаем в Ганишкина, и там я опять начинаю сколачивать себе банду. И, кстати, <с один еще санитар до сих пор мне пишет, братан, как дела у тебя там? давай встретимся. И я там начинаю уже со всеми знакомиться, блядь, дружить. Сколачиваю банду, лежу там где-то дней 7 или 10. И параллельно мой батя на связи с врачом. Ну, то есть он там с ним на связи. Я говорю, скажите бате, что пусть он меня просто заберет отсюда. И он ему говорит, и он мне ставит, папа, мне ставит условия. Ты выходишь, ну, типа, только ты прямиком сразу летишь ко мне. Домой, и мы здесь, типа, с тобой проводим время, если ты там не хочешь. Я говорю, окей. Уточни, куда летишь? У меня батя в, в больница работает. работают. Я лечу в Барнаул, и оттуда меня забирает машина, и к бате сразу едет. Меня в тот момент на транках так попустили. Я вот такой вот не надо. Ну, типа, на спуске. Угу. Но в голове не поменялось. Ну, то есть. То есть То ты, ты что... в транквилизаторах, я, но я все равно все да. очень активно в голове. Да. Я приезжаю туда, и мне батя говорит: я не буду пить специально, типа, мы с тобой будем там на рыбалочку ходить, там тер-пыры, И я так себе уже нафантазировал, думаю, я вообще у нас батя вообще кайф, время проведем. И он сразу же нахуяривается: Нахуяривается, мы идем на рыбалочку. Ну, думаю, ладно, с ним побухаю. И в какой-то момент э, происходит. Что мы там чуть ли не до драки тоже опять, он там что-то меня хватает, он душить он любит. Начинает меня хватать, и потом говорит: ты мне не сын, пошел на отсюда. А у меня, то есть, не только обостренные все. Я начинаю плакать, рыдать там. Ты типа как так? Ты меня ненавидишь там, и все такое. Я начинаю, короче, в жесткой истерике. Говорю: все, я поехал к бабушке, беру, короче, ключи и. Уезжаю от его машины, да, от его машины, от батиной машины, и пытаюсь уехать к бабушке в Рубцовск. Там километров, ну сколько, сто наверное, сто километров. Вот. И я ночью в жесткой э -э истерике, в жесточайшей истерике, в жестком в соплях, в слюнях просто сажусь и еду по трассе вот так просто газ в пол так и вот так вот еду. И в какой-то момент я не помню, но почему-то у меня такое ощущение внутри, что я сам сознательно вот так сворачиваю руль, как бы с дороги, чтобы. Но потом вроде пытаюсь выровнять, не получается. Я в кувет на тачке. Не знаю, там скорость какая была, я не представляю. Но я просто в полу так газ просто вообще не отпускал и машина переворачивается вот так шесть раз вокруг Ух. себя и я помню даже у меня были вопросы в голове что я умер хоть бы я умер странное вообще просто какое-то э, было состояние и в итоге я вот так просто ну вылазю из машины на мне ни одной царапины ни одной. А фотки машины же есть? Да но... да, есть фотки машины. Да, она, да, она в смятку. В смятку. Yeah. Там уже какие-то люди сбежались, вызвали скорую. Я достаю, со мной была еще моя студия, ну типа там медюха, звуковая карта, микро и ноутбук. И тоже ничего вообще не повреждено абсолютно. Я все это достаю. Скорая бригада мне говорит, типа да ты родился вообще на... в бронежилете. Они а в не в рубашке, даже а в бронежилете, вообще ни одной царапины. Я приезжаю, меня везут в отделение медицинское там, в поликлинику или куда, он знает, в травматологию, чтобы акт составить. И там что-то происходит, я не помню. А какой-то был, то ли какой-то врач был очень грубый, и я с ним начал закусываться на словах, опять же. И приехал батин начальник. И начал просто со мной пи***ть. Я начал с ним пи***ть, вот так выхватил ручку. Говорит, я тебе сейчас воткну ее в глаз. Б***". Потом батя, короче, в итоге начал меня пи***ть со спины. И я с ними двумя что-то там возился. Их прогнал потом, приехал полицейский, их прогнал. И я уже выхожу, там что-то полицейскому дал показания, уже выхожу. И там, смотрю, они стоят, что-то там закрутилось, и опять началась драка какая-то, возня. Я оказался на полу, и какой-то громадный мужик, тоже там с батей, стоит, и я просто беру и вот так кусаю ему сухожилие вот здесь возле пятки. Прокусываю ему сухожилие, и он говорит, стреляй эту мразь, убиваю. И батя просто стоит сзади и хохочет так. Ну, здесь весело. Я вот так как-то от них тубуюсь, короче, в б... артхаус. Здесь, да. Батя у тебя двойной агент. Ты такой, мой пацан. Бать укусил пятку. укусил цербер мой хороший парень. Прокусил же ты ему до края? Ну, видимо, да. Видимо, да. Я, короче, бегу, что-то там прячусь, где-то прячусь, потом днем... Вытаскиваю шмотки, сбегаю через окно и еду на автобусе до Барнаула. Я, короче, еду на автобусе с какой-то... Марамойкой хотел сказать. я еду с потрепанной барышней. Марамойкой ты хотел сказать? Мы знакомились с ней, что-то пою ее пивом. Сам пью пиво. Какие-то у меня копейки, там, не знаю, я у бати нашкулял. Вот. Нахаслил. И она говорит... И она мне говорит... Нахаслил на Я реально представляю тебя с мелочью. Подорожник ее сводил. Какой подорожник? Там вообще какая-то обрыгаловка. Валески там вообще это деревня, Фу. ну вот. Там подорожника нет. Там нет нихуя. Я короче с ней, ну там, пи... и она мне говорит, я вообще-то так никому не говорю, но я бы за тобой прям сейчас трахнулась. Я говорю, да не не, давай кому-нибудь другому предлагаю эту хуй. Да? Вот. Там еще какой-то веселый. Престарелый такой мужичок, который как раз к ней катал яйца, тоже с нами был, мы там веселились. Я там и в автобусе чуть с кем-то не попил, Короче. Вот. Мы приезжаем в Барнау. Я пишу там своим каким-то корешам, меня встречает мой кореш. Сереженька накормил меня, напоил. Там все, я переоделся, короче, у него в тачке. И говорю, ну ладно, я типа сегодня еще здесь побуду, где-то переночую, и потом поеду в Новосип. Я приезжаю на ВАСИП, звоню корешу, мы там с ним встречаемся, все за Я там какие-то покупаю книги на трансерфинг реальности. На... Говорю, прочитай, на... прочитай. Ну и все. Потом я списываюсь со своим другом старым, добрым, и говорю, ну, договариваюсь, что я у него поживу там пару дней, пока бабок замучу, чтобы улететь в Москву на концерт. Это мне нужно улететь сегодня. Мне авторитеты сказали, что если я сегодня до, до конца недели не улечу, а мне надо. 17, мне 18 концерта, который мне забрать полмиллиона рублей. Хочешь, я тебе отдам все деньги с этого концерта? Полмиллиона мне заплатят за концерт. полляма рублей. Ты сколько в день зарабатываешь? А 600-700 тысяч. Ты мне дашь на Ты мне дашь. Я знаю, я понимаю сын, э, сын приедет. Это святое. Но я ему сейчас принесу игрушку, какой он хочет. Машинку куплю. Или просто мягкую игрушку. Просто поиграешь как няня. Я няня работаю. Аниматором. Хочешь, аниматором приеду? В костюме, в любом. Какой он любит? Что он играет? Заплати мне сколько денег, сколько вот дашь. Майку дай опять. Какие-то не надо кроссовки, тебе маленький размер. Сланцы дай. Э, штаны дай, у меня штанов никаких нет. Любые штаны домашние, дай. Пару игрушек. У меня просто задача была, у меня была задача улететь, вернуться в Москву и все. Потому что я знал, что здесь как бы люди как-то относятся к этому норм. Там... Это, кстати, там, все вас. еще меня поражает, что здесь это нормально воспринималось. Ну а в Москве, ой, в Москве, говорю, лет в, в Нью-Йорке вообще бы... Все да, ну, обычный за чувак. Своего, да. <laughs> обычный чувак. Вот. И... Я, короче, при, э, заселяюсь своему корешу этому. Мы там ебаем дотку, бухаем, курим, короче, кайф. Я думаю, убираюсь дома. А у меня еще этот был. Как он называется? Когда все, надо на... коробкам разложить, все по своим местам. ОКР, вот да. да. И у меня вот такая еще. Как это к... аксессивное, импульсивное. Когнитивное, а? импульсивное расстройство. Я их. Обсессивно, да, пошли мы со своими познаниями. Обсессивно-компульсивно, да. Обсессивно. Обсессивно, жопно, компульсивно. оближивно Вот, кстати, я еще гадал на своей блевотине. Финишно. Да, это жестко. И на протяжении всего этого времени, ну то есть просто чтобы не упускать это из виду, я астролог, нумеролог, знаток всех религий, просто знаю все веды, все мифологии, все мифы. Просто у меня реально ощущение, что я знаю все. И это не просто ощущение, то есть это реальная информация, которую я знал. Из-за чего, собственно говоря, мой друг и выгнал меня из-за того, что он сказал, что я пизд, как заполняю эфир. И мы так несколько дней с другом живем, живем, и он в итоге вот говорит, что я его заполняю жестко эфир. И он не дает мне покурить при жестком пацане каком-то там, при положенце, не дает мне покурить пятку. Да тебе пятку-то дай, ты полноги откусишь. Хорошо. Красиво, красиво. И это ударило мне в самое сердце. Что он вот так при... Если бы он просто один на один мне это сказал, одно дело. А он типа при пацане, там, который сидел. И тут я пишу Илюхе, говорю, Илюха, спасай на туре. Друг лучший, один из лучших друзей меня просто предал. И Илюха говорит, сейчас я приеду на самокате. И приезжает Илюха. И слово вам. Тут небольшое вообще отступление. Короче, я с ним увиделся э, в, до этого, когда он уже был в Шизе э, в Москве, вот э, после, в, наверное, второй дуркой, или перед второй дуркой. Между, перед второй дуркой. Между первой и второй дуркой. Я, э, между ну, первой и второй промежуток небольшой. Если речь придет про тебя и дурки, то точно. Короче, я залетал к нему, увидел, что ему уже охуел с него. Мы снимали тогда как раз видос для Соболева, где ему с вертушки дают. Все это было снято. То есть, когда он мне пишет, я в Новосибирске, я уже знаю, что он в Шизе. Я говорю, вопрос подъеду спасу выручу я приезжаю на самокате вижу картину Валера вываливает на из этой хаты своего друга который его он выслал он вываливает короче опять тоже в каком-то там полуплатье полушторе какой-то и не у него на нем вот это на голове вот это шляпа шляпа, да? шляпа Рейден он вываливает вот такой в опять каких-то там шторных сплит которую я намутил у своего кореша вот да, у этого. Он, который его, нахуй, выгнал, он его выгнал короче он вот этой шляпе в какой-то шторе платье Вываливает из подъезда И у него, типа, короче, с собой Какого-то цыганина мешков В одном, одна это сумка Первый мешок, это сумка Луи витон Где лежит его вот эта студия Второй мешок, это какие-то вещи Нафармленные где-то с разных людей А третий мешок, это просто какая-то Вот опять какие-то фантики Какая-то пластиковая Какая-то посуда, какие-то Заколки, булавки Вилки, какая-то это, резинки, ]ду. вот эти э, пластмассовые овощи, короче, вот все это в третьем мешке. И он с этими тремя мешками в этой шляпе супер е... Вот еще сильнее, чем ты, е... чем до этого я да. его видел. Он такой, такой типа, вот, а смотри друг меня кинул, я ему я ему все зубы вырвал. а если какие-нибудь если телки полезать, этим жопам. Вся... Я с вот, него еще сильнее думаю, ну, типа, Валер, конечно, мой друг, и надо ему помочь, но при этом обязательно надо еще это всем показать. Вот у меня была такая мысль, что, что надо еще, типа, обязательно. обязательно людей, которые, вот ну, типа, ну, ценители вообще жизни, они должны это увидеть. И сначала мы поехали, говорю, все, похуй, поехали, я тебя в гостишку заселю, типа, заплачу тебе за гостиницу. Мы поехали в гостишку, неважно в какую, поехали, я заселяю, он Кстати, сразу... Кстати, эта гостиница теперь в черном списке, мани-бло, Короче, мы залетаем в эту гостишку, и вот и тогда вот это все, что я видел дальше, это было потрясающе. Он сходу, мы залетаем в гостишку, он сходу, там на ресепшене какой-то чувак, просто вот, еще видно, что он стажер, он буквально вот только работает недельку. Иван, я помню, как сейчас. Такой парень, такой зажатый немножко, такой, здравствуйте, этому. Ваня, кто по гороскопу? Водолей, ты мой друг, в тебе душа, душа моего деда. Жмет ему сразу на уши ему приседает, этот Ваня, так немножко поддергивается, он его слушает, и тоже, ну, типа, у него явно было ощущение, что это какой-то очень непростой человек. Либо какая-то звезда, либо просто какой-то эпатажный хуй. И, короче, вот он это все воспринял, эту информацию. Тот с ним побратался, обнялся, рассказал ему за гороскопы. Со всеми там За его жизнь вообще там сказал, что сделает с ним какой-то проект. С этим ресепшионистом в отеле. И я вот это все стою. Я Ему за пару-тройку дней, по-моему, забашлял. В итоге он прожил в этой гостинице на несколько дней дольше, чем я ему заплатил, просто что-то им вкручивал в уши. Вот этим типам на ресепшене, там, которые меняются, в этом Ване, потом какой-то девушке. Просто он им что-то влечивал. И они такие, ну, ладно, живи. Ну, он, это, это, это действовало. Вот Вау. воздействие это имело. И, короче, по-моему, вот либо первый, либо второй день. Он тоже тусоваться, где тусовки, где, где, типа чиралки, кому полезать жопа. Я говорю, ну поехали, вот там есть тусовка, вот куда мы с тобой ездили в этот лес, помнишь, Новосибирск? Да. Вот ровно на эту тусу я его повез. Возле академа. Да, это возле угу. академа, там возле обского водохранилища. А, а гостиница типа в центре Новосибирска, то есть там ехать минут 40 Мы с моим, мой Кореш нас забирает, мы втроем едем на эту тусовку, и там был тоже вот этот момент, один из этих потрясающих взаимодействий Валеры с женщинами. Мы подъезжаем и там такое место уже как бы почти возле этой тусы и машина уже едет медленно, а, но рядом уже даже идут просто люди пешком тоже на эту тусовку. И мы вот так едем медленно, чтобы до парковки доехать. Справа идут какие-то люди. И Валера замечает просто какую-то даму. И говорит, Она на ходу выходит из машины. Там скорость небольшая, но это все равно один хуй было очень эффектно. Он на ходу выходит из машины. Подходит, а она идет, эта девочка, с двумя чуваками. Возможно, кто-то из них имел на нее какие-то виды. Эта история уже никогда не узнает. Она шла с двумя чуваками. Валера подошел. Мы не слышали с Ваней, с моим кентом, который был в тачке, мы не слышали, что он ей сказал, но длилось это без пиздец секунд 30 его какого-то влечивания этой девочки, после чего он уже ее довольную и э... ведет за руку к нам в машину. И она с удовольствием садится. Вау. И дальше он только в тачку с ней садится и говорит: Я, тебе сегодня буду жопу лезать на рассвете. Она, она вот так, да, типа, она шокирована. Она вот насколько шокирована, настолько же, типа, она, ну, под его обаянием, типа, она под впечатлением. Она такая, хорошо, давай. Не замолкай, главное, не останавливайся. И он ей что-то ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И все, мы уже подъехали, припарковались. Выходим, идем на эту тусовку. Ну, а у него, вот у человека в этом состоянии. Внимание переключается, и оно может переключаться раз в 5 минут с одной на другую. Короче, она перестала быть ему интересно минут через 20. Он нахуй, про нее забыл. А даже она... раньше, думаю. Может, даже раньше. Вот только он зашел. Как на эту только тусу, он зашел на эту тусу, увидел, что там происходит. Забыл про нее к черту, и она еще так вот таскалась за ним хвостиком еще час точно. Надеясь, что все-таки дело дойдет до лизания жопы на рассвете. Она реально за ним бегала, а он когда он увидел эту тусу, он там что-то походил с кем-то там, яма не было, Нет, я сначала там, я там еще говорил, что давайте я выступлю, что вы за тут у вас выступает. Да, да, он, он там пытался эту тусу на себя выступить. приманить, переманить, ему не дали выступить, к сожалению. И я сказал, что я вам навобью всем. Тоже да. было, э, он там что-то кому-то поугрожал, все там, никто не воспринимал его угрозы всерьез, все такие, ха-ха, прикольно, гонит, типа, вот у всех, у людей было все такое ощущение, типа, клево гонит, чувак, забавно. Он там развел кого-то на бесплатное бухло 10 раз подряд, что-то там еще, да и до кого то это всегда с... было. У кого-то забрал какой-то головной убор, естественно, наделал у... себе там на плечо на... намотал. И в итоге, в, в какой-то момент, где-то через там минут 30-40, по-моему, этого мероприятия, у него щелкает в голове, и он такой, вы за... этот мусор, вы за... загрязняете планету. Не-не, это, это просто не, 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 меня не щелкает, это вот эта девочка просто подошла и говорит, взамен что-то, она говорит, а ты со мной мусор. А, я говорю, ты мне давай вот эти бусы, которые на тебе. А, Ну, Она говорит, а ты тогда со мной мусор будешь убирать, окей? Я такой: говно вопрос! Короче, потом... Он, да, он берет пакет, и просто тусовка превращается в то, что Валера с... очищает планету. Он ходит, и вот все бутылки пластиковые из-под ног, Вы планету загрязняете, это все синтетика, это все И просто он собрал мешка три мусора здоровых, типа, реально почистил тусовку. Это за это было... И планету, планету. и планету, да. Потом. Это еще какая-то, вот тоже как на это велись люди. Какая-то мадам, там, ну, не в моем вкусе, скажем так, но она Валеру просто, она полюбила его с первых минут, она за ним бегала, она хватала. Она говорит: мы все, мы поехали, типа, уже утро. Он остается. Прям вот так. То есть там люди велись на это, она его не отпускала. И не в моем вкусе тоже. Ну да, она мало в чем вкусе. Да, мало в бы. но она влюбилась в него сходу. Он даже вообще ей внимания не уделял. Она просто увидела вот этот ураганчик который бегает через... мусор собирает потусовки в этих еб... одеждах и она типа все она прям пыталась его ну типа соблазнить очень агрессивно она, Это его, хват... какая -то она фен... его хватала она и говорила он никуда не поедет он останется со мной вот такую но в итоге он правда никуда не поедет а поехал, поехал, б... к, поехал. Сожалению. к сожалению расскажи да. куда ты поехал вот кстати на мне в этот момент была цепура она всегда она со мной с самого начала кстати Моя девушка купила себе сумку. Э, где-то там, ну, на Вайлсберге, очевидно, или где-то. И ей на... нужен был от нее ремешок. Я говорю, так это моя цепь рэперская теперь. Вот такая цепь Только вот это она была без знака Мерседеса. Это я уже потом нафармил себе. В Новосиби просто оторвал значок Мерседеса. Блин, от машины. Засвыговал. Да, свыгнул нахуй. Свыгнул. Вот. И здесь, вместо этого значка, висел игрушечный детский бластер, которым, ну, типа, стрелять пистолет. Вот так. Я вот в этой цепуле, здесь этот бластер. Я там что-то в Они говорят: не едь никуда дальше! Не едь никуда дальше, тебе типа будет, тебе могут Да, мы говорим: едь в отель, мы все по домам, типа, уже утро типа все по домам и ты едь в отель. Она говорит нет типа нет предела моей тусовки и да. идет в один из самых клубов Новосибирска. Дай угадаю, как называется? Я правильно понимаю? Синий ини. Если кто-нибудь был на моем концерте, точнее на концерте успешной группы Ильича 11 лет назад, отпишите в комментариях. Мы на месте. Вот я у Синего ини, они уехали. Я подхожу в очень экстравагантном наряде. На фейск... Ну-ка. Думаешь, я в ней был? Да, я уверен, что в ней Вот так? Ну да, на шее веревочки, вот так вот у него сзади, да. В платье с бластером. Я был в кепке. А, в кепке? Да. По-моему, эта хуйня всегда на тебе была так. Либо Почти на, всегда, либо но, по-моему, по в этот раз не было. Потому что ее, я думаю, бы мне вообще разломали полностью. о хо, -хо хорошо поставил. Думаю, ее бы мне полностью разломали. А она, между прочим, стоит 7 миллионов долларов. Значит, я стою, синий, куча людей, тут охранники, фейс-контроль и не. Я весь непотребщина, выгляжу, непотребно просто. И я только подхожу, и там пацаны, которые стоят на фейсе, охранники, не знаю, там человек 4 был, и один из них мне говорит, ты чё, пи***? Вот так вот в клубы встречают Новосибирска. Да, прикинь, в Москве пускали везде, а в да. Новосибирске вот это первая да. реплика, первая, которую я слышал радостью, на входе. Первая? Ты чё, пи...? Я говорю, ну я, может, выгляжу, но сам не являюсь, очко запаянное, может, глянешь? И он вот так. И просто стоит вот так И один из них, кто главный, такой говорит, ну сейчас, сейчас, типа, надо дождаться ответа, что пустят вас или нет. И он пока стоял, думал, что ему ответить, просто не знаю, сколько прошло времени, он мне говорит, и чё, в жопу бы не дал. Я говорю, не, ну если ты 8 миллиардов долларов мне наличкой бы показал, может, дал бы разок в жопу, у тебе бы хоть квартирку купила, а то ты здесь батрачишь на чай. И я уже тут звоню, туда уже в синине, блядь, главным уже говорит, да чё, манибло не пускаете, вы ошиблись. Я, и в это время знакомлюсь с какими-то девчонками, с кем-то, и из этих чуваков до кого-то доходит в моменте. Типа, кажется, он нас унизил. Думаю, они вот так вот, да, они вот так, наверное, думали. Надо ему набить, я, б... И один просто мне вот так говорят. Дай мне бластер пострелять. Я говорю, ну подойди, возьми. Он говорит, нет, неси сюда. Ну, типа, который бластер, у меня вот uh -huh, на этой uh -huh. есть. Я говорю, ты чё, шестерку я не увидел? Сам подойди, возьми, мне не жалко. И он просто подходит, у меня И просто я помню, что вот так я начинаю что-то с ними возиться, и тут со всех сторон, вот так мне прилетают, со всех сторон просто ебашат Вот так в толпу меня. Я не знаю, сколько было там человек, меня ебашило. Но думаю, около пяти наверное, человек пять, наверное, мне ебашили. Никто вообще не заступился, никто там доходил было народу, никто вообще не вступился, и меня так ебали, что я и кроссовок один потерял, у меня, кстати, потом кроссовок из шейкера был, я себе сделал. П***. У меня ботинок из шейкера, потому что ничего надеть. Мы своровали все необходимые. Шейкер да. это же вот металлическая штуковина Нет, для коктейлей, Пласт... да? Только пластиковая. Пластиковая для барменов. Да, вот да, 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 да. Фига себе. На ноге. Я понял, что на ноге шейкер, шейкер, а он подимейкер. Вот и я с ними сражался, как мог, как мог. И потом я понимаю, что кажется меня убьют, если я продолжу дальше это делать. Я начинаю вот так выбегаю среди дороги просто останавливаю какой-то автобус, забегая говорю, дядя, вези меня, меня сейчас и еб... Раз... ну, типа, меня сейчас убьют. Он говорит, иди отсюда. Я говорю, меня убивают, ну, пожалуйста, дядя, спаси. Я тебе подарков надарю. И он меня увозит, говорит, пойми, куда. И мне потом, не знаю, не ты ли мне такси вызывал? Да, вот. И мне потом Илюха такси оттуда вызывал каких-то дней. Я начинаю там всем звонить, Сейчас, я их найду, я их, сука, выгрызу все вены, блядь. Потом у меня начинается плотная дружба с полицейскими города Новосибирска. Мне, короче, просто все говорят, я про... паспорт. Самое ключевое, что в этом я про... сколько своих амулетов этих всех засвеганных. там, просто уйму. Амулеты, которые ты делал из всего, что... Из всего. Например, была кольцо у меня из пробки от шампанского. Я там мог носок сюда завязать, когда в шортах ходил. Короче, круто было. Вообще, это фьюжн стайл. Вот. Мне все говорят, иди в ментовку, пиши заявление. Ну, типа, что... Паспорт украден. Типа, паспорта нет. А я пришел, там паспорт, мне там потом бомж Сергей поливал мне своим последним спиртом, намывал мне раны трогательно было. Серега, вряд ли ты смотришь, тебе <по> там это нет. Тоже есть охуенный фотоотчет с этим бомжом. Да, Серега. И я ему обещал купить билет в Сочи, чтобы ему там бомжевалось проще. Обещал, Серега, ты с горняка, брат. Он без определенного места жительства сейчас. Доберет язык уже. Убирай. Вот, красивый мужчина. 44 года. 46. 46, а выглядит на 44. Я пообещал ему, что я ему куплю билет в Сочи, ему, ему, негде жить сейчас. У него трагедия в жизни произошла. А я могу себе позволить. Смех и грех вообще. Ну, это поступок, конечно. Ну, хотя бы по где. до сих пор ждет. Если бы еще забил стрелку, короче, что мы встретимся в каком-то компьютерном зале, где он там вышивается. Но я так туда и не пришел. Серега, наверное, там до сих пор. Серега, если ты там. Как-нибудь в Сочи доберешься. Кошмар. И я оказался узником Новосибирска. Я пошел, я говорю, я сначала говорил, я не мусорнусь, где все продажные, типа мрази А потом они говорят, так я даже Новосибирь, здесь все по-другому. Я такой, ну ладно, похуй. Прихожу, короче, в отделение полиции. Все, типа, чудо-юдо, пришли сначала, сначала. Я всем говорю, я снимался в подольских курсантах с Безруковым, с Мадяновым, со всеми. И все такие уж Как такие? Они же все смотрят это военное кино, все знают, все Безруково молятся в Мадяново. Важная ремарка, что на протяжении всего периода в Новосибирске каждый день, наверное, каждый, практически каждую ночь я ходил в караоке. И пел там. И пел Челентана. Я пел все и посвящал всех. Я пел басту сансара и говорил, Вася, для тебя. Типа я ему записываю. Спасибо за Газгольдер. Когда пел скриптонит, я говорил, Адиль, красава, братик. Тебе. Ну и, короче, все такое. Я постоянно ходил по этим... Ну, только было там пару дней, наверное, когда я не мог просто ходить, когда я был от женой. Здесь очень, кстати, был бы видос из конкретного караоке, где ты жестко шлешь охранника, потом срываешь табличку с названия этого караоке и уносишь. Что? Ну я охранника не слал. Слал. Сначала ты слал кого то директора их, да. а потом и охранника. Что? вот видео. Ну покажи просто, покажи для... Вот то самое, где срываешь табличку. Дурак, у меня что-то написано в честь меня. Алло, Женя, я пузо твое распинаю, страку нахуй, я все вены вырежу, выгрызу своими зубами. Вы что, меня не пускаете в черный список, быстро унести меня, что я вас главный гость. Бесплатно пою, поет здесь, я пою нахуй, здесь бесплатно, с у всех здесь. Сейчас до мира твою голову расшибу. У меня психоз, а ты знаешь, что у меня справка желтая, я убиваю людей, уже убивал ни одного человека. Мне поебать, я даже не пасает, я хожу Ногами, просто ворую, хожу, потому что с помойки жиру. Потому что паспорт забрали а сука тут не делается паспорт, тут даже купить нельзя. У меня уже миллион долларов есть. Тебе надо на карту, это жирная. Или хочешь меня, блядь, поп попеть, один трек, два трека. Басту и шейпа байхард, и три трека, Три трека для нищего дашь? Ты жирная. Ты мне заплатил 5000 рублей, когда мы открывали. А я сколько Ты Вот если это и так да, вот если я не открывал это заведение с этим жирных, то вот эта леди тебе бьет с ноги на... А в Ахтанг поступает на яйцо твое жирное скайпуза и сын. Мы на барабаны снимаем басти и говорим, что этого человека. Валера, лаш. Вот на камеру. Валер, да. Завязывай херню, блядь. Так это жирному пи. Слушай, а с табличкой не там? Да, сейчас с табличкой. там то вообще другой человек на видео. да абсолютно. И это очень, на самом деле, нехуевый контраст между тем, что мы сейчас здесь видим, как он это все <laughs> рассказывает, и тем, какое ощущение создается, когда ты это видео смотришь. Они вызывают у меня чувство опасности. Слушайте, чуваки, я слышал, я только слышал историю о том, как люди хавают что-то псил, типа сходят с ума, но я никогда не встречал их э, в жизни. А ну, то есть я думал, ну ладно. Наверное, просто пугают. Не, шанс встретить таких людей существует. А вот шанс встретить людей, которые погрузились да, в это, ли, а потом вынырнули в... обратно, типа mm. так, чтобы mm. мочь жить в, в обычном обществе. Один это на да, миллион, здесь, реально. Я кстати, я в этом сказать, плане прав. Повезло по поводу вот. Хочу сказать, всегда вокруг э, есть вот этот шлейф того, что это помогает тебе расставить все на свои места, преисполниться что-то. Uh, не знаю ни одного супер умного, преисполненного, понявшего жизнь чувака, который пожрал uh, наркоты. Типа, это просто, ну, наркоманы, которые говорят, я понял, что мы с природы одно целое. Ну, вообще, Ну, да. Это поверхностное. Ты понял. Не употребляйте наркотики. такой вот вайбец был у меня в Новосибирске. Вот я вот так ходил почти. На поверх будем пускать на монтаже еще видосы. Ви, Бенчи. Вау, вы красотка. Это вы рисуете сами, так прекрасно. Я сам художник тоже рисую. Боже мой, это потрясающе. Это с конфетки, да, Новосибирск? Да. Безумно красиво. А у вас почем картиночки стоят? А что именно? Ну вот, например, вот эта девушка моя, Оля. Сколько стоит? А, портрет тысяча. Ну, вот это уже купить сколько стоит? А, если эту купить, ну, это за три. 3... За три тысячи? Это а, вот образец. Это, за будет? это, а вы хотите купить? Ну, я хочу у вас все скупить, что можно. А сколько от тебя чего стоит у вас а вы серьезно у меня все купите? Серьезно? Прямо сейчас? Не, не прямо сейчас. А когда? Я в Москву вернусь и через неделю у вас все куплю. А, через неделю? Да, я 30-го возвращаюсь в Москву, а где-то, ну, 7 8 октября, 10-го, до 10 октября у вас куплю вот это, вот это и кубики, вот эти полики. Серьезно? Да, у меня море денег вообще, посмотрите на меня. А как вас зовут? Это очень классно. А вас как зовут? Валерий Максимович Лашев, меня Маниблогер. Вы прекрасны. После такие холодные руки, вы водолей? Нет, что вы. А близнецы? Нет. А как кто? Рак? Нет. А кто? Лев. Да ладно. Почему тогда у вас так мало красного? А при чем здесь ну, красное? При всем я астролог. Я астролог. лев это красное, там, оранжевое, желтое. Давай, что-то щепетило. Отсюда девушка сдалась. Ебаться быстро. Я тебя на камеру сейчас запишу, только тронешь. Записывай, записывай. Я как раз уже высунул. Давай, Сейчас Ты? подъеду. Давай, пошел нахуй отсюда. Пошел, Сказал с девушкой разговаривай, все на камеру записывай. Съеб... Быстро, я кикбоксер, е... даже не подойдешь. Давай, подойди, хоть народ. Куска быстро в ужасе, винтов вызывай. Секундку уже вызывай. Давай, вызывай. Да. Съеб... Сейчас они придут. Съебался, сказал. <связь> Это я споткнулся. Лежачего ударь нахуй. <смех> <смех> так, ну не смешно же, очень... Так очень смешно же, переходик вот этот, ты вообще не оценил переход на щепетилу, это Да, я переоценил, да. Это да. раз. А ты знал, что человек это и есть То Мы из развились. Вот у меня такая была концепция. Потому что это самое древнее, что есть на нашей э планете. Ты их съел. Я их съел, <laughs> да. Вот. И по караоке я сам ходил. И я со сколькими там тоже сначала давал чаевые, на... которые тут же только где-то у кого-то взял. С кем познакомился, взял охраннику дал там или кому-то. А потом уже чуть ли там ну, вены выгрызал снова. И все на таком вайбе. Один раз, кстати, круто мы пришли с Люха в караоке. Помнишь, как я себе наряд делал? Шорты. Вот. Я, мы пришли, короче, в караоке. Я в шортах и говорят, не, вы не зайдете, типа, в шортах. Я говорю, базара нет, а у меня с собой баулы вот эти, которые я всегда с собой таскал, ебаные, с какими-то шмотками, там, что я за день нафармил, вот. И я просто достаю какие-то кофты и себе начинаю вместо, ну, где ноги, короче, голые, завязывать. Я говорю, говорю, все, штаны, ты что тебе надо? И они просто не понимали, как на это реагировать. Ну и, конечно, не пустили в итоге, да? Ну, штаны я сделал, конечно, из кофт. Там у меня появились, у меня появились, короче, пару корешей, с которыми я просто познакомился, зашел в какое-то заведение, которые оху чуваки оба вовы Владимир, вот. И я там у них постоянно они меня подкармливали, типа я туда ходил, и они меня подкармливали. И я там одному и второму и одному я э инсайта всяких сказал и одному я с реально, там начали бабки появляться. Я такой, я тебе сказал, ты через месяц будешь миллиардером на, со мной. Инвестируй в меня, говорю, иду Но чуваки реально очень добрые два чувака, они мне очень помогали. Вовы от души. Но они просто себя кормили, у них была кофейня же вот эта Они цена, меня да? кормили, я и спал там какое-то время там. И фотки мне на паспорт делал Вова, и потом билет обратно он мне купил сюда, в Москву. И денег еще с собой дал на. Короче, вот он мог вот так человека обаять, что вот так вот с ним поступали. Да, ну то есть. И я, ну, ахуя, оху... реально, ребята. Я Про... с ними ни разу он там не поссорился, ничего не повздорил. Потому что у них нет вот этой агрессии. Я просто в людях видел эту червоточинку и сразу понимал. И сразу говорю, что зубы Можно выбить. Можно зубы выбить. Да. Про кос расскажи. Вот. Э -э Была тусовочка с Рюх там у нас опять. Мы тусовались где-то. Мне негде было ночевать. Я был в Мессину пьяный, просто в Мессину. И меня за... определили к чувачку там одному. Да? К чувачку определили у -у -у. одному, типа, ночевать. Я просыпаюсь, смотрю, я... у чувака у этого, я у него был до этого. Я до этого там Чуть ли ему тоже разбил, короче. Чуть ли мы там не подрались. Но в итоге э, я ему дал шанс, и он им воспользовался. Алиш, ну тогда сегодня давай встретимся. Что делаешь-то? И Коса зови, я его уже простил. Я подумал, блин, он меня к себе домой принял. Он такой парень приятный. Можно я приеду к вам, сготовлю вам ужин? Только вы мне такси оплатите, у меня нет на такси денег. Я сготовлю ужин, голос не подниму. Сам сготовлю полностью ужин. С вас только сметана и все. Сметана и такси. А с меня я музыку вам буду сочинять, стихи писать. Поиграем в карты, если хотите. Если нет, то нет. Он им воспользовался и предоставил мне место, где я переначал. Я проснулся: никого нет дома. Я один. Я такой, ну окей. А я всегда преобразовывал свои сбережения, пожитки. Я их всегда вы вытряхивал и типа перекомпоновал вот этот э когнитивный там расстройство. Что yeah. я постоянно типа все перекладывал, чтобы это занимало меньше места, и чтобы это логически совпадало со всем. Там, типа, металл сюда, типа пластик сюда. И вот так все, короче, компоновал, компоновал. И я там разложился и <с Seit> все выложил. Э начал, короче, еще трек. Мы. А, мы, кстати, здесь еще, когда Илюха приезжал, мы записывали трек фристайл. Это гениальное было произведение. Называется «Я на рехабе». Да, вот. трек, типа, у меня мой фристайл куплет, еще нашего друга Мики куплет, а Валера свой куплет третий записал поверх наших поверх куплетов. И это было концептуальное дерьмо. А в конце там звуки, как он... Он записал поверх свой куплет, потом схватил с полки бумеранг и начал Ярить микрофон бумерангом, и там эти звуки Прям на треке а потом потом начал Харкать в этот микрофон, это тоже на треке Парни, скиньте все Это, это потрясающая композиция, обещаю Я на векабе. Вот И я, короче, решил, что мне надо срочно Свести этот трек, потому что до этого у меня не было просто Места, где я могу свести этот трек И у меня даже в Новосибирске всегда были дела Я, короче, сажусь сводить этот трек Приезжают там Подруги сначала, да? Подруги, короче, приехали этого чувака. Ну и Илюхина, подруги, я с ними тоже знаком. Там устраивался нахуй тоже. Но я не буду это долго углубляться. Там просто именно вот это, что там было, какое качево, что на что я там раскачивал, это я им сказал, что у меня во вкладыше ловис попалась любовь это отлизать ему жопу. И они, типа, не верили, а я им доказ... пытался доказать, что это так. Но я немножечко начал борщить. Немножечко начал борщить. В какой момент? В какой момент? Не знаю. Когда вместо одной ножки съел тонну, да? Вот в тот момент, кажется, начал борщить. Либо в тот момент, когда я понял, что вряд ли мне отлижет жопу. Потом потихоньку начали, по э друзья, ее приходить, и что-то что начало, мне не нравиться. Что-то начало происходить. И пришел потом хозяин и говорил, и начал говорить: Все, Валер, давай, собирайся, типа, мы сейчас поедем, давай, поедем, поедем, поедем. И постоянно меня поторапливал. И я ему первый раз говорю: не надо мне торопить. Я сейчас все соберу. Трек до досведу, все. И он постоянно меня подгонял, подгонял. Он пьяный еще был. Ну вот. И он подгонял, подгонял, подгонял меня первый раз, второй раз, третий. Пока я ему не сказал, иди сейчас, сука, сиба разобью. У него дома я ночевал, и ему говорю, вот это. Я тебе сейчас все разобью здесь, всю хату тебе здесь разобью, Если ты не завалишь свое, наконец, ебаное гнусное. Пока я не досвиду этот трек, за который мне заплатят 300 тысяч долларов. Вот так, ару, короче. Говорю, тебе будет. Ну, он там походил, опять повырчал, и опять. Я говорю, я тебе сейчас нахуй вилку. Он говорит, давай. Я просто вот так, ну, без задней мысли просто иду сразу на кухню, беру вот так вилку, вот так к нему подхожу, и вот так, и уже я останавливаю. что ты, сука, говорю? Я тебе сейчас вот мясо нахуй. Он так стоит, не Типа он не боится, а сам вижу, вот так. И я ему вот так вилку в шею держу. И говорю, что сука, ждешь? И он ждал пока я сделаю все свои дела, да, сведу трек за 300 тысяч долларов. Я на рехабе. Я говорю, ты знаешь, что мне пообещаешь за него 1300 долларов. Короче, Вот, и я у него отжал в итоге пи***ц, наверное, максимальное количество вещей я отжал у него. Сумку, у джогеры, кроссовки на... Все подряд просто... У него забрал. Не отжал, нафармил на твоем языке. Хорошенько нафармил себе апгрейдов. Мы едем на тусовочку, я туда приезжаю, естественно, со всеми сразу там знакомлюсь, бухаю бесплатно, отлично себя чувствую. С кем-то чуваком там тоже поз... много с кем я познакомился там. Выхожу, как-то я не успел опомниться, как все с***лись, кого я знаю. Все просто с***лись. Я такой, да ну, у меня ни денег, ничего, типа нет, я никак не могу уехать, а время там 5-6 утра просто пешком начинаю идти, по пути встречаю чувака, э, у которого есть... Достаю, у меня был флакон от э, этого шампуня, какая-то чистая линия. У меня там прожигаю дырку новую, отличный был просто для... С чистой линии. Роскошно, вообще удивительно. И э, я с очень чувством удовлетворенности иду дальше, и мне встречается какой-то отличный, замечательный дедушка. Таксист. Я его восстанавливаю, говорю, довезете. Он говорит, а я на заказ. Я такой: ну, ладно. Прохожу буквально 3 метра, он возвращается обратно. Говорит: ой, я не повезу, там пьяный. И он меня сажает. Я говорю: у меня нет денег. Давайте я вам чем-нибудь типа, другим. Или сейчас зарядим. У меня разряжен был телефон. Я говорю: зарядим телефон, я вам скину там сколько, 50 рублей. А там ехать минут 7, наверное, было. И в итоге он меня довозит до места. Я, кстати, туда же вернулся, к тому же месту, где я чуваку к шее... <laughs> к шее подставлял вилку. Вот. И он меня довозит до того места и говорит, все, у меня уже следующий заказ, следующий заказ. А у меня телефон лежит на бардачке. Я выхожу и забываю телефон. И он уезжает. Все, нет телефона. И он его заряжает, а у меня на нем, я убрал с него весь пароль, все, чтобы мне ни в коем случае не было секунды задержки. Потому что время – деньги. Я всегда это упоминал. Вот. И была странная ситуация. Я оказался без ä, телефона. Вообще хуй, пойми где. Я в итоге просто спал там на лавке. Потом встретил бабку-ведунью, которая с меня что-то там прогоняла. У тебя здесь. Уйди. И что-то мне прогоняло там но, я почувствовал, что она меня охуенно вылечила, вот. И я потом проник в этот подъезд, как-то вспомнил, не знаю, без телефона просто как-то вспомнил интуитивно на каком этаже какая квартира, проник в этот подъезд и распинал ему. Блять. Да. Это я, это я видал. Правинь в подъезд к вот тому типу, которому он ночевал и вилку к представлял. Да. И через день, через эту историю он вернулся к нему в подъезд и сделал вот это. И сделал. Фарм пошел. Немножко маргинально. Ну, да. Где было моешь дверь? выставил. Чепуха. Еду выставил. каждым, кто меня кидает. Теперь у тебя нет номера, нахуй. Чепуха. Повезло, сука, ручку. У меня батя палец сломал на ноге. Повезло, сука, Ну, это на самом деле был уже, то есть его агрессия, короче, она возрастала, то есть изначально просто веселый которую я видел, когда в Москве к нему залетал. Uh -huh. Потом в Новосибе, когда он при... я его встретил, у него уже больше было агрессивного вайба. И, видимо, эта история работала так, что, ну, на повышение, короче. И он становился все агрессивнее и агрессивнее. Да, вот... конечно. Это просто из-за того, что я там каждый день бухал. Ну, каждый день мне негде было. Я не знал, где мне ночевать. Я там ночевал, грубо говоря, на улице. Ужирал просто, что придется. Ну, и надо помнить, что ты сошел с ума. Очень важный момент. Это важный момент, потому что, ну перед тем как как-то оценивать твои действия, безусловно, просто отвратительные, мерзотнейшие, Но важно держать пиздец. Нихуя, все брат, вообще не смешно. Вот я тебе говорю, что из смешного это потом вот вот возрастало Важно покрытие, что человек сошел с ума от передозировки, вот и сейчас. Не, сто процентов это так. Сейчас, слава богу. Ты, пока да? тут ничего не ломаешь. Нет, это полностью, абсолютно вернувшийся, Валера. Я его помню, ты таким он был... Ну, получается, года с 2013 года. 10-14-13. Вот, и, короче, получается, вот эта история, как раз, где он разъебает ему дверь, это вот прям уже почти пик, пик его агрессивного поведения. И дальше вот эта история уже, собственно, мне кажется, случается с канцелярским думаю, что к ней можно перейти. Там были, конечно, жесткие моменты, но я о них не хочу рассказывать. Они с моей точки зрения, с моей моральной точки зрения непотребны в плане, как я относился с батей, как себя вел. Даже несмотря на то, какой у меня батя, все равно я его безумно люблю. И как с тетей я себя вел, которую я тоже очень люблю, которая для меня там всю жизнь старалась. Ну ты наворотил кучу бед. Да, я очень... Но у меня как бы на них как будто обида вот, которая на протяжении всего детства там длилась и на протяжении жизни как будто вот она выливалась в тот момент, mm -hmm. вот так было. Но я бы не хотел, чтобы вот я вот так поступал со своими близкими, которых я по сути люблю, и я бесконечно извиняюсь перед ними, что так произошло, но произошло как произошло. Вот. Поэтому истории про батю и тетю я рассказывать не буду. Но они пытались все... Могу сказать только одно, что они всеми способами пытались меня положить в больницу и меня вылечить. И тебя положили в третий. Но! Не забываем, что все это время у меня не было паспорта, и единственный сдерживающий мотив, который... Э, по которому я не поехал в Москву, потому что я не мог улететь и уехать, потому что у меня не было паспорта. И я удивительным свойством... Да? Получил паспорт за один день. Я просто пришел, написал заявление. А, ну вот я написал сначала заявление, что типа паспорт. Потом на следующий день я опоздал, на следующий день я пришел. И мне просто, ну я там сидел пока говорил, что-то там еще заполнял. И мне просто вот так выносят закатанный паспорт, то, что я сказал, что у меня концерты, там с басты, со всеми подряд. Мне надо срочно ехать в Москву, если я не приеду, у меня будут пи***ские баснословные. Задолженности перед моими менеджерами, и они мне вот так выносят Вообще, пост... вот так нелогично. У меня баснословные будут задолженности перед моими менеджерами, это же вообще звучит как абсурд это там все примерно звучало в таком ключе, но это действовало, это работало. Потому что первый раз, когда я пришел в паспортный стол, я чуть с главным там не попился. И у него, кстати. Захаслил какие-то прищепки Я говорю, это, сука, за твой базар <свят> И забрал <свят> И убежал на какие-то стикеры <свят> Вот, а во второй раз, когда я пришел Мне сразу вот так выносят просто закатанный паспорт Даже без регистрации У меня до сих пор на паспорте нет регистрации Потому что, ну, они не знали там, Быстро закатали паспорт и отдали <свят> — Подожди, этом... ты рассказывал, что ты сначала там на Барагосе. Да, 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 да. <свят> вот, <свят> что с этим, я и говорю, с главным я там... <свят> <свят> А-а-а, там... все. Да. Я и потом отвлекся, с каким-то чуваком еще на улице, на который перцовый баллон там на мне. Ну, это постоянно были такие какие-то муточки. Вот. А, потом, ну, получается, я получаю паспорт. Мой отец и моя тетя а, кооперируются в коалицию против меня. И когда приехала тетя, она, короче, снимала квартиру, и я там вместе с ней жил, там, последние два дня или три. Вот. И они забрали мою студию. Это святое. Я везде с ней таскался и говорил, вот это самое главное для меня, что, типа, моя студия, что там мои все демки, они стоят миллиарды долларов. Там еще мне еще соса роки делать. Ну, короче, все такое. В это... И на протяжении этого большинство, ну, всего времени у меня сломан палец на ноге. Тебя пальцем тронуть не могу, потому что у тебя ребенок есть. У кого дети есть, их пальцами не трогаю. Поэтому батю не трогаю. Но. Понятно, так бы уже мы набил еб... палец просто разбил. Мы вышли от Темы. Он мне взял, я топор выложил. На... У меня топор был. Мне пацаны вчера подарили кузнецы. Топор. Еб... Томагавк. Он мне взял. Это... Вон, я еле иду. Он мне взял им как еб... по ноге. Я всем говорил, что это батя мне топором сломал, но это было не так. Это батя мне сломал своим звонком. Он мне позвонил, что типа, я сейчас буду. И я побежал и У... сломал, короче, пальцы себе. Вот. И я на вот этой всей получаю паспорт и бегу быстрее со своей прямой ногой, сломанным пальцем, иду, где мы жили. Прихожу, мне не открывает тетя, я ей пишу, она говорит: а я уже, типа, уехала оттуда. Но это было не так 100%. Не знаю, как там было, не, не выяснил. Но факт в том, что был украден мой ноутбук, мои шмотки все, типа, батя увез. Я звоню в полицию, вызываю наряд, говорю: вот здесь закры закрытой дверью мои вещи мне не открывают, не отдают, типа, приедьте, пожалуйста. И иду заниматься на площадку этого дома, просто на турнички, там все Занимался, занимался, это был август, где-то конец августа, 26, 26, наверное, 29 августа был. Вот. И... Это тот год. Да, тот год. Тот год. И. Я лежу, ты что, солнышко припекает? Я что-то прилег, устал, после тренировки жду полицию. Вот так прилег, лежу, короче, и чувствую. Ебать, какую боль! Вот так открываю глаза, и мне по ноге. Громадный чувак, просто пинает мне по ноге, где у меня сломанный палец громадный вот такой чувак, мне и орет, пошел отсюда. Я тебя нахуй. Ну, это все. Это конец. Так с было нельзя <с общаться. Вот. И я, короче, подрываюсь, говорю: ты что, откуда я тебя сейчас разобью? И он такой: давай, давай. Я вот так беру. Короче, он мне там начинает угрожать, что он меня убьет. Я беру это просто какой-то рандомный чел. А ты не видел это видео? <связанная> Внимание. Расскажи, Но сначала да. расскажи, потом покажи, да. Вот. Да. Э -э он, короче, что-то меня угрожает. И я, короче, беру у меня в сумке, ну у меня все, у меня чего только не было там, и у меня там был канцелярский ножик, которым <связанная> я до этого вырезал какие-то поделки детям. Просто е, я делал какие-то поделки детям. Я всегда детям все дарил. Короче, угорал там с детьми все время. Тоже. <клёх> <клёх> вот. Я достаю этот канцелярский нож, но без задачи, чтобы его как бы. Ну, порезать. У меня не было такой миссии. У меня в голове я его не хотел резать. И я начинаю орать, типа. ты что я шизофреник, я уже троих убил, меня не посадят. И просто его как бы угрожают. И он просто в какой-то момент скидывает сумку, или не скидывает, снимает сумку, говорит, я убий. на меня бежит. Я говорю, все, извини. Я говорю, извинись. Он говорит, я тебе... Я говорю, все, извиняй, извиняй. И, короче, убегаю от него. Uh -huh. Он... Ну, то есть у меня всегда, всегда в приоритете в моей, ну, стояла задача никакого физического контакта, ну, я никогда не хотел физического контакта. Я всеми способами его избегал. Может быть, я на него, конечно, и провоцировал, но только после провокации, когда на меня. О, было. прикольно, что спустя 5 часов нашего разговора ты это признал. Нет, так я это и так признаю, конечно, это понятно. То есть у меня нет какого-то одурманенности тем состоянием. Оно было чудесное в плане того, что я всегда чувствовал себя на пике счастья, ну, это я просто про свое ощущение говорю. И на пике свободы, но в целом это асоциальное просто. Х... И, конечно, это ужасно. И в целом ужасно, что ты себе вроде принадлежишь, но ты вообще другой уже. Ты что-то между. Как будто я между прошлым и будущим, короче. Как будто я вообще не человек не из этого времени. У меня вот такое было ощущение. Uh -huh. То есть... Вот. И он берет этот мужичок, когда я отбегаю, мою вот эту драгоценную шляпу за 7 миллионов рублей И... или долларов? Долларов, конечно. Ага. И прыгает на нее двумя ногами. Извиняйся! Извини. Все, извиняй. <святый путь> Давай, Иди быстрее, Давай! С ножом! Только возьми, что-то, смотри! Ты что? Здесь вот видно, что она вся. Потому что он на нее двумя ногами прыгнул. Но она, тем не менее, выжила. Я вообще с этого, если честно. Да, могу тоже сам про тебя сказать. Да я тоже Я тоже что я выжил. Это реально так. Я несколько раз думал, что я умру реально. Выжившие два будет вот так выглядеть. Майни Блоу. Реально чисто два века спустя сиквел. Вот. И, естественно, у меня красная тряпка спустилась, после этой шляпочки. И я, короче, только, сука, шапку не ору там. Сука, только тронь шапку. И он прыгает на нее. Я, тебе, я, -да, я бегу на него. Че ты, сука, шапку за 7 миллионов мне долларов помял? Я ему, короче, бегу просто на него, чтобы он снялся. У меня даже тогда не было момента, что я хочу его порезать. Ну, типа... Я никуда не метился, там, ни в пузо, ничего. Я просто, вот, как бы, ему угрожал. А, но в какой-то момент он затроил и что-то остановился. И я на бегу попал ему сюда в руку. И там царапка. Ну, там царапинка. Как в малине поковырялся. Порезался. Там две капельки вот так крови. И он говорит, все, ты уехал. Ты уехал. Ты уедешь. Приезжают менты я показываю им этот видос. И показываю им этот видос, говорю, представляете, дядя на... Эндики, блядь, себе в третьем лице не кожа. Ну, они вызвали наряд санитаров. Получается, эта девушка вызвала. Санитары приезжают, смотрят видос. Такие говорят, нет, это не наш случай. Типа, это Ментовка, типа, везите его в ментовку. Она говорит, нет, он опасен для общества. Вы его забираете. Я уже написала рапорт. Ну и в итоге они такие, ну поехали. И мы, короче, едем с ними, угораем <с там это, с санитарами. Я с ними уже со всеми подружился. Мигом, мигом. Подружился, мы приезжаем туда. И там вот это происходит, видос про халат. У меня любой подарок из этого, кто захочет, даже шляпу вот эту. Шляпу и выбирайте шляпу. Кто был любимым любимым сыном Бога? А если нет, то вы мне дарите какой-то халат? Халат? какой-то. Ру... 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 Как уловочка такая, братан. А я тебе халат подарю, этот. А то ты ходишь без халата. А ты, Степь, тебе душа моей матери же... вчера вчера у меня было матери э, ровно как не было, год и один месяц. Я посвящал песни. Можно включу, как я пою? Конфесса. Какие ваши песни любимые? Угадаю. Конфесса Челентана. Испанель генерацию. Я знаю восемь языков. С вами поболтаем. Итальянский, испанский, английский. Что ты батис и Ну что, мало Что Корейский, китайский. Может, уже больше языков знаю. Потому что если человек знает в совершенстве три языка, он уже по сути своей знает все. Меня привозят туда я такой, у меня полное сознание того, что ну ладно. П***. Я думаю, сейчас привезут, побеседуют и отпустят. И они говорят, вам придется остаться здесь. Я такой, Б***. походу денек все-таки придется здесь провести. Меня там все отводят, все, я там уже со всеми подружился, короче, познакомился, все там уже угорают с меня. И я говорю, у меня послезавтра концерт, поэтому мне завтра кровь из носа нужно выйти и улететь в Москву. Они говорят, да-да-да, концерт. И все. И там каких чуваков просто завозили. Это пи***ц. Но я там нашел себя. Я пи***ц там банду сразу начал скалачивать все. Ты у меня будешь тот, на, ты чего умеешь. Будешь у меня все, всех уже подтянул. У меня есть листочки каждого номер из приемки. Каждого. У меня был каждого номера как зовут, кто он по знаку зодиака и по гороскопу. Вот. И там, короче, там были пару чуваков, один заикался всегда, я ему говорил, это все из головы, я третье пришествие Христа, возьми меня за руку, ты перестанешь заикаться. Он брал меня за руку и перестал заикаться. И просто, ну, для меня это было норма, типа я такой, ну да. <laughs> типа, серьезно? Да, я тебя. Из... Ну, серьезно он перестал. Это серьезно было, так там даже санитаров. <laughs> вот просто как-то я ему внушил это, нахуй жестко, просто жестко внушил. А когда я его не, не держал за руку, все, он заикался снова. И это, я ему... Это вообще объяснимая история, заикание это психологическая <laughs> хуйня. Uh -huh. И она лечится гипнозом, а гипноз это по сути внушение. И когда тебе вот, ну опять же с вот этой его вот этим потоком этой энергии уверенности кого-то лечит, это работает как это даже есть какой-то термин, якорь. А, то есть, какой -то, да? да, у них есть, их еще и лечат предметами, то есть как, потом делают какой-нибудь как типа тотемную, uh -huh. какой-нибудь uh -huh. предмет дают, который они держат и не заикаются. Uh -huh. это, это действительно uh -huh. такая история. И он просто не зная, что он делал, uh, по сути его, ну не то что вылечил, конечно, но вот этот психологический трюк, а заикание психологического а он с ним провернул. Интересно это... очень. И, и там еще как то У меня была был. у меня это незаконченная история. Там, mm -hmm. потому что, когда он, ну, когда он заикался, я, короче, говорю, знаешь, ну, не буду тебя все время за руку держать. И я ему сплел из фантиков конфет браслет. И говорю, вот ты когда за него будешь браться, ты будешь переставать заикаться. И так и было. Это пи... удивительно. И там еще был чувак, у него была жесткая шизофрения, он вот так разговаривал, не мог разговаривать. И я ему прогонял шизофрению, говорю, отсюда, пошла отсюда, шизофрения, <гиб> вот так, прогонял с него шизу. И тоже, и в итоге, я не знаю, поспособствовал это я, либо эти препараты, но в итоге он начал говорить немного. Есть сигарет. Вот. Там ребятки моют... Э, Покажи за... видос с Пашей Техникой. <с <с two> да, ну, кстати, в этой. Э, в этой... Верните узнать его деньги. Какая-то мысль у меня была, что-то там вот еще было. А, что там, ребятки, из-за сигаретки, очко моют, деду, который обдристался за сигареточку. То есть это норм, которые там лежат. И вот такое, всякое вот непотребщина вот такая, это сплошь и рядом. И там, короче, приемка, это типа первый начальный уровень, то есть туда поступают люди, а потом они там лежат несколько дней, и их распределяют уже по отделению. Там три уровня, правильно? Да. Вот есть приемка, потом в отделение переселяют, там много отделений на территории, и есть еще, типа, второй этаж у отделения, то есть куда потом переводят с первого этажа. Вот. Меня, короче, переводят. А, я там еще заигрывал, естественно, со всеми поварихами. Есте естественно. Меня там все вообще обожали, дополнительный хлеб давали. И я, говорю, и я говорил. И я говорил, мне надо массу набирать, а я похудел килограмм на 20. На 20. Я, наверное, весил, не знаю, там 50 с чем-то уж. Ну, где-то вот так, 50, наверное. Как я. Ну, да. Ну, например. на видосах ты люто тощий, конечно, да, да, вообще, -то, да. то есть это видно там. Да, жестко, вообще просто худющий. И я говорю, мне надо массу дать, и я там сжрал как черт. Просто не хотел, но ел. Вот. И там в приемке еще было женское отделение. Но ты с ними не пересекаешься, только когда в столовку идешь, видишь их, и я постоянно там цыпочком. Там мрачные, конечно, вообще просто личности были, это я не знаю. Но я все равно дарил им любовь. Меня, короче, потом перевели в другой... А кому-нибудь очко в психушке? К сожалению, только санитаром. Только деду за сигарету. И причем с удовольствием. Меня переводят в другое отделение. Ну, как уже с приемки, в отделение конкретное. По слухам, я определяю, что это самое лучшее из возможных. Но. Там очень жирное было. Но. Э -э там, значит, три палаты. Э -э в первой там кладут, которые вот только приехали. Э -э ну, в это отделение переехали, сначала туда кладут. Палата первая, там человек, не знаю, 10, может. Потом... Э Вторая палата, там 20 человек, просто там постоянно кто-то сыца, на, кто-то умирает, ну, в смысле, орет, я мертв, вот так постоянно душит себя вот так. По бегут душит себя. Какие-то там... Ну, по всякому разговаривают. но это, конечно... Это лучшее отделение, да? Да, и это оказалось лучшее отделение... Подожди, это какой уровень? Второй. Второй. Да. И там просто тоже, если бы я туда пришел в нормальном здравом смысле, ну, типа, если бы у меня не было птица я бы ушел оттуда травмированным человеком. Просто конкретно. Но ну, это оттуда невозможно выйти нормальным, если ты туда лег нормальным. Ну, у меня такое ощущение. Вот. Но там есть ребята, которые лежат там по несколько лет там. Один чувак, он там лежит 18 лет. Вау! Wow. У него дебилизм, и он в целом вот так как бы очень угрожающе выглядит. Он огромный, огромнейший чувак. И он там лежит, потому что он другому человеку оторвал на челюсть. Ты говорил, что его еще зовут Кроха. Кроха. Да. А чел, судя по всему, гигантский, вот гигантский. наподобие того, который он нас... ну, был на съемках вчера. Ах оторвал челюсть. Да. Но он... В смысле вырвал просто челюсть? Вырв... Ну, X-Ray видел в Mortal Kombat. Да, оторвал челюсть. Сука! Да. Хочу X-Ray такой в Mortal Kombat. <с... <с...> Там кроха, Какая нахуй, тупая <с>... шутка у меня сейчас была. Даже <с>... не смешно. Ебать! Подожди, у него дебилизм. Именно него так дебилизм, это да. называется. Да, да. А... Я просто не знаю... Как идентифицирует, что является дебилизмом. Он как взрослый, у него какие-то поступки и вообще мышление, как у ребенка какого -то. Это дебилизм называется. Видимо, да, я сам мы не знаю. Терминология короче, не, не на Скорее всего, это реально терминология, просто очень устаревшая, какая-нибудь совковая. Что, скорее всего, сейчас такие диагнозы не ставят, но поскольку это вот такая дурка провинциального типа. Ну, да. скорее, скорее всего, там медики так и говорили, да? Типа угу. тебе санитары или кто-то. Мне говорил, сам Кроха, что у него дебилизм. А, Лена. Да. Вот. И а как часто бывает, в таких местах. Извините, он такой, типа. Ты еще okay. пока не слышал. Погоди, послушай. Давай. Как часто бывает в таких местах, там любят мальчиков в рот и в жопу, потому что там нет других кандидатур для этого. И там был один. Удивительный человек, который, э -э, как сказать, то нахуй, просто ел все подряд. На топ там сосланцев нахуй, мух, фантики, грязь, лист листки какие-то. Он просто все ел. Вот у него какое-то расстройство такое, что он все, ху он просто разрывал на себе майку и ее ел. Там просто разрывал чувакам, ел какие-то там, ну пиздец, одеяло жевал. Ну, короче, вот такая хуйня. Ему постоянно завязывали руки. Постоянно завязывали руки. И в один прекрасный момент э, этот кроха делал его просто в туалете. И это было не один раз. Охуеть! Пока у него завязаны руки. А какие меры предпринимались? Никаких. Там It... никаких мер не принимается. Да, ну а что ты с крохой сделаешь, с таким. Ты следующий да очередь. Он, он, он вот как большой ребенок, он реально типа он может обидеться. Типа сидеть вот так прям обидеться реально, как ребенок. Вот, ну, у него, видимо, я просто для себя это классифицировал. Что, видимо, дебилизм это когда человек, как будто большой ребенок, который, ну, вообще у него, там, не знаю, как будто ему шесть. А дети, как известно, любят, кого-нибудь особенно если. Особенно, если на руки Ты что делаешь, Илюх? Мы умрем! Мокр... Мы, если блядь, ад это, существует. Ты этот мы... подкаст монтировать будешь и блядь. Блять, если блядь. ад существует, мы заслужили туда попасть. Ой. За шутки да ну. Заслужил ли туда попасть люди, которые. Вот и, во, и нас там в рот кроха. А руки у нас будут завязаны вот здесь. А может, он так челюсть чуваку и вырвал просто? присунул. Насрал. Все, эта часть куда-нибудь, не знаю, на исповедь надо отнести. Это просто жесть. Вот такая была тема. Но я не терял времени даром и прочел там Библию. И стал святым. Ну вот я так считал. Реально, у меня были какие-то видения. Я там прям видел, что я 11 числа выйду, там солнце так маякнуло. Я увидел отражение, как Константин тогда увидел христианство, что по блику солнца. И здесь также я увидел, что я выйду 11 числа. Но пророчество не сбылось. Я прочел там, кстати, книг. И вот одна из них была Библия. И был такой моментик. Мы сидели утром, и я объяснял там чуваки. Кстати, там был чувак, мы с ним тоже так сдружились. И он мне подарил вот такую вот еще темку. Ты до сих пор мешок подарков таскаешь с собой. Я попросил привезти артефакт. И он мне подарил такую вот такие четочки. Он тоже там сидит три года уже. И он верующий. И вот мне подарил такие четкие. Тут, кстати, одной бусы не хватало. И я вот связал свою, своего халата, который там у меня был не халата, Там давали шмотки, типа. И из вот этих шмоток я связал еще одну буссу. Я же все свагл. крестик свагнул. Вот, четочки. Мне подарил чувак. И мы сидели с ним, и я ему Я уже ему рассказываю, что в Библии значит картинка там. Ну, основная картинка там, почему здесь столько крестов, почему он здесь стоит ниже, что здесь выше, тут какой идол. Ну, короче, я ему все это рассказываю. Они там сидят, пацанами, все. И заходит чувак и выключает нам свет. Один чувак. Я такой, включи свет. Он такой, я спать буду. Я говорю, ну ты же ходишь, нахуй. не спишь, он не спал, ни... Хуй. и тут решил спать. Ну, я думаю, он не решил просто. Я говорю, ты чё, сука, нахуй, Бога не уважаешь? Я ему говорю, мы здесь Библию я объясняю людям. И мы из-за этого начинаем с ним пить, короче. Вот, он, он, нач... я говорю, ты чё, пи***ть? Я тебе за Бога, я все еб***. Разобью сейчас. И он начинает на меня кидаться. Господи. И я, короче, начинаю с ним пи***ться. И и такое происходит. А я тебе даже не рассказывал, да? И, короче, начинаю пи***ться. Я уже жил в самой козырной комнате, конечно же. Я уже там все нафраерил. И я жил вот в этой, в третьей, последней комнате, где уже старожилы живут, и которые вообще у них там свои привилегии. Вот. И я жил там, и меня просто оттуда санитары берут, Выставляют кровать в коридор, где всегда горит свет, днем и ночью, и где все вот эти э, психи ходят вот так просто по коридору туда обратно вот так, и половина из них какие-нибудь что нибудь Шуха, ты и вот только такое весь день говорят, и ты вот и я вот так лежу и вот так читаю Библию в этом коридоре и ходят вот так люди туда обратно, это это ад просто жесткий. Но в том состоянии я всегда находился чем занять. Всегда. Проповедовал там жестко. Тебя Про... ты, ты, получается, там почти два месяца пролежал, и ты за я... два месяца все равно, как, как, как ты пришел в себя? Я, э, я помимо того, что там лежал два, два месяца почти. Э, я и пытался не есть таблетки, короче, там скрывал, что я ем таблетки, сплевывал их, короче, потом. Потом мне начали их толочь. Я начал придумывать, короче, сделал делал слюневой мешок, чтобы в него, короче, сыпали мне все таблетки вот слюневой мешок, А я потом его полностью выпил. Ну, короче, и защищался, чтобы не пить таблетки, хоть как, потому что я первый день туда, когда меня во второе отделение перевели на второй уровень, э я съел какие-то таблетки и спал сутки. На... Я говорю, мне это не надо и перестал пить. Вот, но потом все равно меня заставляли, потому что ну видели, что ничего не меняется, и меня заставляли вот пить. На протяжении всего этого времени, кстати, ладно, ну, пох не буду про то, что девчонки там ходили постоянно ко мне в рехаб. Прикольно, скажи. Вот, я короче познакомился на тиндере с девчонками, с двумя до залета в дурку. Да, до залета в дурку. И с одной э -э -э она продавала, продавала мне книжку. Я покупал просто в книжном магазине. Мы что-то заобщались, и все. И они постоянно мне ходили и приносили передачки в дурку. Нахуй. постоянно. То есть, прикинь, ты только познакомилась с чуваком в Тиндере. И ваше первое свидание, это ты приносишь ему в дурку передачку. Вау. Не первое. А, ну, там, одно из первых. Ну. Второе. Третье. Третье, да. Третья, да. А... Я не буду никаких комментариев давать. Все. Я у, меня в... Уже, в... у меня уже синдром Туретта по поводу всего, что я услышал сегодня. Мне хочется вбрасывать ключи. Вот. И, короче, такая тема. Но девчонки реально молодцы. Ну, типа, я с двумя из них общаюсь до сих пор. И они. А сколько их было? Три. Они прекрасны. Ну, типа, они реально. Сильные люди, очень добрые девушки. И рекомендую. 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 Вот. Но просто это было... Если бы вот этого не было, то есть если бы ко мне кто-то постоянно не приходил, пацаны там иногда приходили, вот, то я вообще не знаю, как бы... Я постоянно хотел, и я постоянно каждый день придумывал какой-то новый план, как я оттуда выберусь каждый день у меня вот эти мысли крутились, и я говорил, у меня концерты, теперь я сейчас позвоню э, в СМИ, тут налетят столько у манеблой в, в этой, в дурке, типа. И я вот такую всю хуйню придумал, 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 придумал постоянно. Это было удивительно, и был, короче, моментик, мне пообещал врач, э, что даст мне позвонить. Что у меня там реально, у меня хата здесь стояла, как бы, не оплаченная и мне нужно было просто хотя бы закрыть вопрос и решить чтобы меня с этой хаты мне здесь все вещи и все такое не скинули вот и он мне пообещал сначала на обходе что даст позвонить а потом сказал ну просто не давал мне не давал мне позвонить и он на следующий обход приходит и я ему говорю знаете что я вам руку не пожму я вас не уважаю потому что вы не мужчина вы не отвечаете за свои слова. И он просто в ба стоит. И второй врач просто рядом с ним говорит, и я ему наоборот комплименты дариваю, а того вот так ниже-ниже. Но на самом деле хор... хороший врач вот этот был, он делал все четко. И думаю, ну думаю у них на всех один рецепт лечения. Я не знаю, как они там, как они это понимают, либо они настолько профессионалы там, что делать, но это по итогу это просто сводится к тому, что тебя пичкают жесткими таблетками, как ты становишься просто ебаным помидором, но реально он такой, фиша, у тебя ни энергии, ни желания, ничего, ни к жизни никакой охоты и все такое. Потом меня перевели на третий этаж, и там уже можно было гулять. Ой, на второй этаж, и там можно было уже гулять, выходить. Поку... Типа по... выходили люди покурить, и можно было на улку выходить. Вот. И это было тоже такое дуновение свободы. И я каждый раз, я вспом... вспоминаю, каждый день я думал, меня завтра выпустят. Каждый день думал так. А люди сидят там годами и так думают: Пиздец. Прикинь? Вау. Там сидел, там просто. А на третьем этаже. Что меня поразило, там сидел какой-то удивительный человек. У него ноги были вот такие. Вот такие. Вот такие ноги. И он был педофилом. И когда мне рассказали, что он там типа он вот просто педофил, и он там, я вообще был, там сидит, телек смотрит, на. Там, там телек уже был на третьем этаже. Но он был хранитель пульта. Он никому не давал пульт. Вот, это жуткая, жутчайшая, придется. Вот очень интересно, как это у тебя закончилось, в какой момент, как ты вышел из этого состояния? Это не закончилось, там. Он сейчас достает нож. Я кстати тут привел с собой, можно, это. Там это не закончилось. А почему тебя выпустили? Потому что я отлично умел разговаривать. Ну, типа, просто... Я еще был не в себе, но делал вид, что я в себе. В какой-то момент, в какой-то момент у меня в голове щелкнуло. Так, кто выходит? И я проанализировал. Типа, выпускают тех, кто вообще никак не отличается от, от остальных. Ну, типа, просто обычный человек. Я такой, так, так, так. Значит, не надо вот это, когда идешь в столовую гореть... А добрый вечер, привет всем мужа! на. Так, наверное, не надплотил. В какой-то момент я это понял, вот. И перестал и как бы, ну вел себя только там с пацанами, когда мы угорали, что-нибудь тогда экстравагантно. А при санитарах нет, наоборот как бы такой. И меня выпустили, я потом там еще ходишь на коллоквиум, чтобы тебя выпустили. Что такое коллоквиум? Какая-то срезовая хуйня, типа понимают, что ты нормальный или нет, пора тебя отпускать или нет. Ну По сути, комиссия, да. Да, на комиссию, на комиссию, вот, на комиссию. Коллоквиум у меня всплыл, не знаю. Мы со времен подкаста с Житковским так и не узнали, что значит это слово, поэтому... Подожди, ну, хорошо, тебя выпустили. Да, меня, короче, я сходил на вот эту комиссию, там вообще отлично себя проявил, и... но я думал, меня сразу выпустят как бы после этого. И, а меня еще неделю держали, и еще хотели неделю держать, но я там как-то уговорил, знает, и... на храпом взял и вышел. Меня забрал вот этот Вова с Рихаба. Одна из девчонок сняла хату, чтобы мы там с ней два дня пожили до моего улета. Вова мне купил билет, купил мне помог мне отправить шмотки еще бонусные, которые я нафармил, там нужно было да, отправить, конечно, до Москвы. И даже денег с собой там дал. Вообще, я прилетел в Москву. То есть я когда вышел, я думал, все, сейчас будет. За... Сейчас прилетаю, и через месяц фит со Сапрокин. Вот. Но. Я приезжаю в Москву, я еще жирный стал, просто раскабанел на там на харчах этих я постоянно ел, говорю, мне надо массу, массу набирать. У меня какая-то от этих таблеток реакция пошла, просто пиздец. Э -э весь в каких-то прыщах был, как, как маромойка грязная просто выглядела, но весь оброши, я еще не брился жестко, у меня вот такая бородища, она еще стрёмно у меня растет. Да я e видел ее, Вот. Ублюдская борода. Чисто островки такие раскиданы. Да, можно вот тут. Ну, кстати, если вот тут вот так две вот так сплести я косы, если второе будет пришествие. Блять. Вот. Это же реально может быть второе пришествие. Да не хотелось бы, если честно, особо. Не, ну если в Газгольдер. Слушай, ты согласен с выражением, что не очко обычно губит, а не вылезанный туз? Весь этот подкаст был ради этой фразы. Это сильно ну, было, вообще. это охуенно. Извините, если Раз... кто-нибудь, кто кому надо, перед кем надо принести извинения, приношу перед всеми извинения. И я приезжаю в Москву, и вот пацаны встречают, тут у меня не было ни денег, тоже не ни... у, у меня, куча долгов, я же еще кредиты эти два штуки взял ну, по 100 тысяч, один 120, один 100. Я в этих кредитах весь... У меня ни денег за хату должен, ни еды, ничего нет. Конечно, мне тетя там помогала, и батя там, чем мог. Вот. Но это какие-то... У меня батя работает врачом, получает 18 там, тысяч в месяц. Я думаю, у него еще есть другой ребенок маленький. Вот. И... То есть понимаешь примерно, чем он может помочь? Там Охуйней, тысяча конечно. рублей, там две-три, ну вот, а тетя тоже не работает, там у нее пенсия какая-то пять тысяч, шесть, что-то такое, mm -hmm. короче, вот, и я приезжаю, и пацаны реально там, ну со мной, и... а, я еще приехал с девчонкой, которая вот туда ко мне ходила, вот, и она, короче, э, ко мне приехала, я ей сначала говорю, ты не приезжай, не приезжай, там дела налажу, потом приедешь. И она... Ну, потом что-то я заебался, мне так было одному. Я уже начал тогда понимать, что, кажется, не все так радужно, как я себе представлял, что о Проки очень далеко, и вряд ли, вряд ли через месяц это получится. И я такой думаю, кажется, и шоурум у меня так себе, нахуй. Реально, потому что все вещи просто запачканы какой-то хуйной пеплом. Краской вот так залиты. Что-то отрезано. Здесь рука в половину, здесь кусок вырезан какой-то, сердце нахуй. Короче, всякая хуйня. Да. Вот. И я уже тогда начну. Такой, что-то не так. Думаю, ну сейчас, приедет подруга, здесь будет. И она приезжает, и я такой думаю. Она а ты приехала. <laughs> На, я тебя позвал. И у меня такие мысли. И они начинают просто меня жрать. И вот это постепенно что-то я начинаю потихоньку осознавать. Это проходит. Э, после рехаба где-то недели-полторы неделя. Вот я в таком состоянии нахожусь. Типа ни туда, ни сюда. Как бы вроде еще манибло а вроде уже как бы и не особо манибло, и жопу никто не лижет. И я такой... Какая-то похода. Это уже не та жизнь. Это уже не та жизнь. Я такой начинаю понимать, думаю, а что за такая происходит? Я такой, раз что-то у меня какие-то дурные мысли приходят, потом еще какой-то не словил, потом подхожу к зеркалу, что-то у меня слезы, как начинают течь, вот так просто жестко слезы. Я такой, это что? И мысли черные, просто вот в голове как будто чер-черным черно, просто вот как будто туда э все выкачили светлое, и осталось только черное. К слову, до этого я никогда ничего подобного не чувствовал. У меня была скорбь по матери, которая, наверное, из что до конца дней про, будет со мной, но э, это не было вот такие ощущения, что как будто конец света, как будто ничто не важно, ничего не важно вообще в мире, что все абсолютно хуево. И я тогда думаю, так я просто ебался просто она просто ебаться. И я вообще ва... я до сих пор ва... я тебе больше скажу я до сих пор ва... и для меня это как будто не период жизни, а как будто фильм какой-то, в котором был и это эти ощущения не описать и я погружаюсь просто в жесточайшую тьму, просто в жесточайшую тьму, в которой я никогда до этой поры не был ни разу в жизни и я вообще не знаю, как с этим работать. И все мои друзья, а у меня есть близкий мой друг, э -э Костян, и он просто живет в таком состоянии уже там несколько лет, года четыре. И я ему все время говорил, брат, да это все в голове, ну, просто смени вектор мышления. Просто смени вектор мышления. Но это ни... не работает. Вот сколько ты меняешь этот вектор, не меняешь, все равно это ты, я просто вот так лежал, и мне просто ничего не хотелось. Я думаю, хоть бы ебать что-нибудь, я просто бы исчез. И <говорит> я вообще не понимал, что мне дальше в жизни делать, и хочу ли я вообще дальше жить. У меня, ну, там тетя мне, конечно, батя тоже поддерживает. Ну, батя как мог, тетя там, конечно, тоже постоянно меня поддерживала. А, но как будто это ничего не меняло. То есть для меня не, не важно было, там, кто поддерживает, не поддерживает. Я просто. Пытался проводить время с кем-то, чтобы какие-то мысли другие были. Вот и все. И э, в какой-то момент у меня получилось. Я смотрел много на Ютубе видо, на видосов типа как с этим бороться, и все такое. И когда все одно да потому я много-много в этом варился, только об этом и думал, и в какой-то момент у меня получилось убрать вот этот негативный аспект, конкретно что чернь, вот эту мысли, какие-то загоны что все тлен и все в таком роде, что не хочется жить. Ну, по сути же, депрессия была? Жесткая, жесткая, жесточайшая просто депрессия. И благодаря своим друзьям, родным, я как-то ее поборол, наверное. Но вообще по клиническим состояниям я до сих пор нахожусь в депрессии. Но просто я сам по себе такой как бы холерик, веселый всегда. И у меня депрессия, она и сейчас есть, но она немножко как бы без негативного оттенка. Не такая мрачная? Она просто не мрачная. Она, э, депрессия это что? Это когда у тебя нет мотивации, когда у тебя нет желания, когда нет интереса ни к чему, когда апатия. Вот она у меня и сейчас есть. С каждым днем, конечно, я пытаюсь все равно ну, над собой работать, и она как бы уходит уходит но это все равно очень тяжело до сих пор вот прошел уже сколько будет практически год и мне до сих пор еще тяжело с этого ну типа прийти полностью в себя каким я был то есть э, к себе полноценно настоящему до которого, к тому уровню который я добился тогда работая над собой плотно каждый день на протяжении трех там трех с половиной лет э, и вот и я только к этому сейчас стремлюсь. Поэтому не надо кушать наркотики. <сcoff> 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 не надо кушать наркотики, это точно. Это все была социальная реклама. <сcoff> <сcoff> это это самое... одно из самых безумных, что я слышал вообще в своей жизни. Еще учитывая то, что есть истории, которые лучше не рассказывать совсем без... Круто, что ты выжил выжил и вышел из этого, знаешь, потому что не все возвращаются. Жора отсосать крохи, походу не все возвращаются из этого состояния. Это просто безумие. Ты обидел много человек. Ты перед всеми извинился. Нет, к сожалению, я извинился не перед всеми, потому что многих, у многих я был заблокирован. Многие, я извинился перед ними, но они даже не прочли. Я вообще бы извинился перед всеми людьми, которые попали под это ураган, под, этот, под это буйство. Я в жизни вообще абсолютно другой человек. И извините от всей души, что Манибло попался вам на дороге. Если кого-то обидело, если кого-то разочаровал, и тому подобное. От всей души, извините. Ну это было. Впечатляюще. Это, было очень... это очень впечатляюще и очень интересно. Спасибо тебе большое. Да. Да. Блин, Спасибо вам. Круто. Я рад знакомству. Рад знакомству. Да, это уже очень. это сумасшедшая штука. Короче, как итог, берегите себя, берегите своих близких. Я, Будьте что, нахуй, добрее. Андрей Малахов. И не давайте бой. свою шляпу в обиду никогда. Если, конечно, шляпа вот эту нахуй. Подлизывайтесь на анал. Это все, это последняя строчка. Спасибо, подписывайтесь на телеграм-канал, там будут крутые бонусы. Там уже лежат крутые бонусы. Там бонусы серьезные, я бы так сказал. Ну и что, увидимся на следующей неделе, подкаст номер один каждую неделю с вами. Спасибо. Спасибо, пока-пока. Прости еще раз, пожалуйста. Я просто, если ты не видишь, я плачу здесь. Я вчера еще... Не, не видно слезы, значит, и не надо, чтобы ты видел, что я плачу.